Добрый вечер. Всех с Новым годом, с новым счастьем, с новой жизнью. Ну, собственно, это зависит от нас, какая жизнь будет в новом году, как мы используем наше время, нашу энергию. Ну и для этого нужно знать, конечно же, какими ресурсами мы обладаем, какими энергиями. Когда мы учились еще в советские времена, мы мало что знали о человеке. В сравнении с тем, что сейчас открыто нам, в средствах массовой информации, в интернете, в книгах, психология третьего тысячелетия, знаете, много-много нового появилось в эти годы. Но когда мы учились, у нас было очень простое представление о человеке, почти никакого, собственно говоря. В основном преобладало биологическое понимание вот, нашей природы. О психологии было почти ничего неизвестно. Парапсихология вообще не считалась научной, она отвергалась. Собственно, все эти науки тонкие, они отвергались. Потому что наука того времени не могла это подтвердить экспериментально или наблюдать эти явления вовне. Но когда мы слышали о йоге, о медитации, мы стали наблюдать внутри себя эти энергии сами. То есть наука открылась внутренняя. То есть самосознание начинается с наблюдения над собой. И тут выясняется, что у нас очень много энергий, о которых мы можем не знать или не замечать их, просто жить с ними, не зная об этом. Это называется иллюзия. Например, как рыба, находясь в воде, она не знает о воде ничего. Она не понимает, что это за стихия, когда объясняет, что ты живешь в воде. Такой ведический пример. Настолько это близко к ней, и она родилась в воде, всю жизнь нет сравнения, она не может понять, о чем идет речь вообще. И когда мы говорим, что наша жизнь протекает в условиях наших внутренних переживаний, внутренних, и причина этих переживаний еще более глубокие энергии, а там за ними еще есть причина, еще есть первопричина. И вот до этого добраться сложно сейчас современному человеку, поскольку разум не отточен должным образом. Ну, нет такого образования, скажем, нет такой подготовки, тонкой подготовки. Мы замечаем из истории жизни людей, что человек удовлетворяется только внутренней энергией. Может удовлетвориться именно духовной внутренней энергией. Он не может удовлетвориться внешней энергией, что бы он с ней ни делал. Как бы ни поступал, он не будет чувствовать удовлетворение. Ему нужна любовь. Ну вот что это за энергия и где она находится? Вот. Она не подчиняется нашему управлению. Видите, тут мы не можем управлять с этой точки зрения, этой энергией. То есть есть какая-то еще сила, которая как бы управляет ей. Ну вот что это за сила? Есть ли у меня такие силы быть счастливым, допустим? Есть такие силы быть счастливым, когда, скажем, что-то неприятное происходит в жизни? Есть такие силы оставаться счастливым? Нет у меня такие силы, оказывается. Я подвержен. А есть у меня силы быть счастливым, когда кто-то лучше меня живет? Я это наблюдаю. Тоже силы, я слабею, тоже кончаются силы. Счастье, энергия как-то, знаете, куда-то уходит. И можно перечислять так много всяких вещей. Вот природа, она дает нам возможность удовлетворить желания, потребности каждого человека. Не только человека, каждого живого существа. Но природа не сможет удовлетворить желания даже одного жадного человека. Невозможно. Если человек жаден, то он ничем не удовлетворен, никогда не может быть счастливым в принципе, потому что ему все мало, все плохо, все не то, вот, вот таким вот образом. Это нечто напоминает как бы сейчас наш развитый мир, он же в каком-то смысле очень развитый, ну, чрезвычайно развитый. Фантастика, чего достигли современные технологии вообще и в строительстве, и в электронике, не знаю, в бытовой технике, и в автомобильной технике. Фантастика. И так много-много мы уже имеем и делаем, и все же вот мало. Такие уже большие магазины стали, знаете, уже целые планеты строят. Супер и гипер, я не знаю, как они только не называются, там можно вообще жить уже. А вот мало, все. И чтобы не имели такого, знаете, большого, такого грандиозного, не создавали, мы все стремимся в свою какую-то комнату маленькую, в свой какой-то мир, с каким-то одним человеком пообщаться по душам. И даже тут ничего не можем найти. Что там за душой? Ничего, так поговоришь. Ну как Новый год без алкоголя? Даже поговорить не о чем.
Как нужно возбудить или какой-то допинг, знаете, как-то, чтобы быть счастливым как-то. Вот. Очень интересная вещь. В Веда говорится, что человек не способен управлять своей жизнью, пока он не удовлетворен. Вот сначала нужно удовлетвориться, а потом уже можно что-то делать со своей жизнью, как бы улучшать ее. Неудовлетворение. Оно связано с неосуществленными желаниями. Вот мы желаем на Новый год, у нас целая программа есть по желанию друг другу и себе тоже. В течение жизни мы тоже, у нас есть список желаний. Давайте посмотрим по списку, может быть, вот сядем с вами за стол, возьмем лист бумаги и посмотрим, сколько желаний, которые мы имеем, удовлетворены за эти годы, мы добились чего-то, и сколько желаний не удовлетворены. Вот такой сделаем график, в процентах посчитаем. Вот. И мы увидим, что большей частью мы не удовлетворены. Желаний больше, чем это возможно вообще реализовать. Их несметное количество. И едва мы успеваем одно желание удовлетворить, на этом месте появляется еще несколько, они удваиваются. То есть как бы нагрузка появляется, ответственность появляется. Поддерживать то, что мы достигли. Значит, нужно двойные усилия уже, потом тройные усилия, потом еще больше. А потом я скажу, я уже устал, я не могу так. Кому же это все передать? А кому это передать? Наследникам, конечно, чтобы они тоже обо мне позаботились потом, потому что я уже один не могу. И чем больше я приобретаю, чем больше достигаю, тем больше я как бы чувствую бремя своей жизни, усталость, как бы тяжесть на сердце. Не могу обрести свободу, удовлетворение. Удовлетворенный человек может быть тот, кто чувствует себя свободным, независимым от всех этих событий, достижений, потерь, удач, неудач. Так говорится, что это развитое сознание, но за это отвечает внутренняя энергия, которая на самом деле независима от внешнего условия. На самом деле есть что-то во мне такое вот свободное, независимое, или я только это придумываю все, мечтаю, утопически. Утопически означает, что этого нет, а я хочу. Тогда возникает вопрос, если этого нет, откуда желание? Из какого места желание? Из того, которое не существует? Значит, во мне все-таки существует эта энергия, неудовлетворенная энергия. И она желает, но не могу найти ей применение, не могу как бы достичь этого вот практически, потому что на внешнем уровне невозможно стабилизировать материальную природу для моих желаний, поставить в соответствии с моими желаниями. Она действует совсем по другим законам вообще параллельно. Зима пришла, и никто меня не спросил. Никто со мной даже не посоветовался, понимаете? А потом весна наступит тоже, никто ко мне не обратится за советом, как начинать весну и когда, и нужна ли она тебе. Но поскольку это чередуется циклично, я думаю, что я управляю, я готовлюсь к весне, к зиме, к лету. На самом деле не совсем все так. Жизнью управляют сейчас две энергии у человека. Если рассмотреть вот сейчас наш как бы социум, наши возможности, наши условия, то две энергии оказывают сильнейшее влияние на наши действия. Это энергия именно желания, я что-то хочу, и другая энергия – страх. Вот два момента. Что мной может двигать? Хочу, не хочу, но у меня есть потребности определенные, и я буду это делать. Вот не хочу работать, но я буду работать, потому что мне нужно поддерживать себя, нужны деньги, нужна пища, нужно жилье. Я боюсь без этого остаться. Кто-то может думать, ну это мое желание работать. Да, смешно со страхом быть без работы, без денег, без собственности. Поэтому желание одновременно смешано со страхом, параллельно с этим. Вот две энергии вместе как бы. Кто-то говорит, я вот хочу выйти замуж, это мое желание. Но там есть и страх остаться без семьи. Поэтому люди говорят, любовь зла. В конце концов, ты выйдешь за кого угодно. Потому что ты боишься остаться одна, или человек боится остаться без семьи. Поэтому есть желание и страх одновременно в нашей жизни. И мы руководствуемся вот этими энергиями и думаем, что я хочу работать, я хочу жениться, я хочу заработать деньги. Но на самом деле там есть более глубинная причина. Страх безденежья, страх быть несчастным, одиноким. Страх быть неустроенным. Видите, как интересно все. То есть
Глубинная причина всех этих действий, глубинная энергия – это страх. Нужно изучить ее. Потому что счастье и управление связаны с бесстрашием. Пока мы не обретем бесстрашие, мы не сможем управлять своей жизнью. Страх – это порабощение ума. Не может быть и речи о том, что человек из страха действующий добьется какого-то совершенства в жизни. Ну как можно воспитывать детей из страха перед будущим? Вы же передадите им этот страх, воспитывая их. Учись, учись, пожалуйста, говорят. А то потом ты будешь страдать всю жизнь. Если ты будешь необразованный, у тебя не будет хорошей работы, хорошей зарплаты, в обществе положения, уважения. Ты будешь нищенствовать, страдать. Как же? Учись, бойся, бойся, бойся же этой жизни. Итак, человека воспитывают, ориентируют на достижение результата через собственные усилия. Личные усилия, потому что именно через личные усилия ты можешь получить личную собственность. Когда мы все вместе делаем, как плоды поделить? Вместе-то оно легче все делать. Но как быть с плодами? Поэтому личная деятельность должна быть. И личная собственность. Это твое должно быть. То есть это связано с конкретным желанием приобрести личную собственность. А ну, коммунисты пытались как раз устранить эту, то есть частную собственность, личная была, а вот частную устранить, чтобы не было капитала, не развивалось капитала, чтобы люди не обогащались, а распределили поровну как бы все это. Была такая попытка распределить собственность. Ну, к чему она привела, мы знаем. Это невозможно оказалось. Почему? Потому что кроме страха была еще и зависть. Я вот вспоминаю эти годы, это было очень интересно. Мы жили на зарплату, ну, усредненную зарплату у всех была, но всегда думали о том, как живут империалисты. Постоянно в средствах информации звучало, как живут империалисты, посмотрите, у них там ванны с шампанским, это нас обучали так. У них там золотые рукоятки на кранах вообще, у них вот такие вот дорогие автомобили, у них там казино, у них там наркомания, у них там проституция. Нас всегда ориентировали на все эти вещи. И что удивительно, знаете, что удивительно? Вот для меня было крайне удивительно, что как только советский строй рухнул, все ринулись именно в эту сторону. И в наркоманию, в азартные игры, и в проституцию, и в бандитизм. И с такой силой, что весь мир империалистически ужаснулся просто. Им это не снилось даже, что такое вообще возможно. Мы по шкале, значит, превзошли все ожидания всего мира, вообще империалистов и других. Это коммунистическая страна была, которая пыталась распределить собственность и достичь мира, процветания, братства и равенства. Видите, почему? Потому что осталась зависть. Эта энергия присутствует. Я не знаю, насколько мы с вами способны каждый оценивать себя по этой шкале. Количество страха, количество зависти. Ну, нужно, я думаю, специальное обследование делать каждому. Такой на прием к врачу прийти специальному. И вот он справку выдаст. Зависти, значит, ну, 65% у вас. Надо что-то с этим делать. Вот. 65% зависти, значит, у вас это влияет на состав крови, на печень. Кишечник тоже у вас будет барахлить. Сон у вас нарушается. А сон нарушается, вы подвержены язвенным болезням всем. Очень быстро причем. Поэтому вам нужно процент зависти немножко уменьшить. Значит, вот вам рецепт, лекарство прописывают. Вот интересно, какое лекарство только не пропишут. От зависти. Будете принимать 2 раза в день и зайдете через неделю ко мне. Вы приходите через неделю, принимая лекарство, говорит, о, сейчас зависть уже 45%, так, печень уже в норме, кишечник, сон, о, еще продолжайте. И в конце концов зависть к нулю опускается. Вот надо сделать такие кабинеты, такие клиники. Пока таких нет. Пока, если вы людям начнете читать такие моральные вещи в больницах, они многие возмутятся. Я вам деньги плачу, чтобы у меня ногу вылечили, или голову, или желудок вылечили. И вы мне тут нравственные вещи читаете. Я не хочу этого. Я плачу за лечение. А вы меня учите чему-то. Оскорбительно относитесь ко мне. Оскорбляете меня. Вот есть такая интересная вещь. Что человек защищает все эти вещи. Ему неприятно, когда его называют завистником. Или жадным человеком. Ему неприятно это все. Он не хочет
говорить об этом. Не хочет выглядеть таким человеком, хочет выглядеть другим человеком. И как он это делает? Прибегает к иллюзии, скрытность. Особенно это видно вот в обществе, на людях. Когда мы впервые появляемся в каком-то обществе, есть страх некоторый, когда мы знакомимся только-только, есть осторожность, элемент страха опять же. И мы себя контролируем, все свои дурные качества, есть этикет, мы знаем, что если так скажу, все будет хорошо. Вот так, как принято, буду говорить, здравствуйте, здравствуйте, очень приятно, как погода, ну и так далее. Вот. Но как только люди начинают что-то выпивать, проявляется уже все еще глубже, и причем вещи не самые лучшие под влиянием вот этой энергии. Опять же, есть возбудитель энергии. Что же возбуждает наше вожделение, нашу зависть, нашу жадность? Например, алкоголь. Он возбуждает эти энергии. Мясо возбуждает эти энергии низкие. Да, есть даже продукты пищи, даже воздух и вода, качество, которые гуна влияет на нас, эту гуну вызывает, активирует. То есть семена этих всех грехов у нас есть в сердце, семена. Их можно взрастить, дать пищу, они вырастут. Как говорится, вот две собаки в сердце грызутся, черное и белое. И какая победит, какую кормите, она станет сильнее. Ну вот можно стать хорошим, можно стать плохим, можно стать святым. Это вопрос уже как бы нашей ориентации выбора. Куда мы направимся? Эти семена и хороших, и плохих вещей есть у каждого человека. Мы рождены с этим, чтобы сделать выбор. Вся наша жизнь – это будет выбор, управление. Управление означает научиться выбирать. Но я, конечно, выбираю хорошие вещи, о чем вы говорите. Я уже выбрал. Только отказаться от плохих не могу. А так-то я уже выбрал, не так ли? Вот это еще выбор, значит, не сделан. Нет, я жду, что кто-то за меня этот выбор сделает. Я заказал это, да, я же как в жизни живу. Я же заказываю, деньги есть, я могу заказать. И вот в этом настроении заказа я буду ждать. Я заказал, Боже, вот моя молитва, дай мне все хорошее качество. И жду. Но ничего не происходит ведь. Так проверяется искренность. То есть мы рождены в таких условиях, что пока мы не станем цельными снаружи и снутри, мы не достигаем успеха. Пожелал, а теперь делай. Внутри пожелал, подтверди на внешнем уровне. Вот для этого нужна наша внешняя материальная деятельность, чтобы подтвердить свой выбор, что же я хочу на самом деле. Если человек говорит хорошие вещи, а делает дурные вещи, это двойственность, неискренность. Он не подтвердил этого. В зачет не принимается. Но если даже сказал дурные вещи, а сделал хорошо, зачет. Действие. Очень важно. Действие человека. И в этом плане сейчас наша культура очень слабая. Во всем мире целиком. Она очень слабая в плане вот практического выбора, практического образа жизни. Она сейчас слабее, слабее, слабее становится. И мы, собственно, понимаем, что так жить нельзя уже. В какие-то случаи, моменты жизни мы точно это можем определить. Жизнь так, жить продолжать нельзя, невозможно, нехорошо. А как? Нужны знания, и не книжные знания, а знания, как энергия нашего разума. То знание, которое откликается изнутри, из глубины, это уже наше знание. Это так же, как вы встречаете какого-то знакомого, близкого человека, и вы тут же радуетесь, у вас изнутри идет энергия, не так ли? Особая энергия. Вы оживаете на какой-то момент, в какой-то момент просто вы можете ожить, всплеск такой почувствовать. Это вот пример того, как знание может пробудиться в человеке. Отклик. Вы ищете, ищете, ищете выход, и вдруг вы что-то слышите и чувствуете, вот оно, вот оно, вот оно. Поскольку вы искали, вы сориентированы на это, вы заметили это все. Но если этого не ищу, я просто не замечаю. А где истина? Какая истина? Кто знает истину? Да никто не знает истину. Да я ее никогда не видел. Никто ее никогда не видел. Да ты просто ее не искал. Ты ее просто не замечал, потому что ты ее не ищешь. И есть такие люди, которые ходят по улице специально в поисках чего-то. Они собирают. Собиратели что-то собирают. А они находят. Нам кажется, что тут на улице можно найти? Ничего. Но они могут так жить, поддерживать себя. Я знал одного такого человека, он собирал стеклопосуду, по городу ходил, поддерживал себя, вообще не работал нигде. И когда мы к нему подходили и спрашивали, мы видели над его за городом даже, на свалках, он ходил повсюду пешком, знаете. Он сказал, волка ноги кормят. Так он этот был уже старый человек.
Он набирал там то, что ему нужно. И мы удивлялись, как же он зимой живет. У него не было ни квартиры, ничего. Это бомж называется. Как же он выживает зимой? Он радостный ходил. Ну, он сдаст там посуду, придет в какой-то магазин, купит тройной одеколон, тут же выпьет, все его знают. Все смеются над ним, он тоже смеется со всеми. Тоже выпьет тройной одеколон, ему тепло становится, идет на улицу. Он знает, как выживать в этих обстоятельствах. Вот таким образом человек ищет, находит то, что ищет, на что он сориентирован. Вы скажете, ну интересно, а если я ищу деньги, вот и не нахожу. Я вроде сориентирован, понимаете, а вот не могу найти достаточную сумму. Вот по улице, если будешь ходить, деньги на дороге не валяются, не так ли? Нет, если вы ищете деньги, то деньги это уже продукт цивилизации, не продукт природы, а продукт цивилизации. Для того, чтобы найти деньги, нужно знать устройство цивилизации уже. Если вы, например, знаете законы природы, вы хороший грибник, ягодник, там, охотник, вы должны знать эти вещи. И вы можете найти там и выжить в лесу, пожалуйста. Но если вы хотите иметь деньги, вы должны знать законы цивилизации. Что такое деньги? Откуда они исходят? Как они вращаются? Как к ним правильно относиться? И так далее. Это целая культура огромная, потому что деньги – это кровь общества, энергия общества. И кровь также означает что-то священное, жизнетворящее. И вот если мы к деньгам правильно относимся, они приходят сами. Вот таким образом. Что-то животворящая энергия. Эта энергия связана с Богом для поддержания всех. Деньги принадлежат всем, не кому-то одному, хотя есть у каждого желание завладеть львиной долей денег. Но деньги принадлежат всем. Если это не осознаем, мы не заметим, как обрести это богатство. Ну, скажем, даже в денежном эквиваленте, мы не знаем, как это делать. Единственное, что новому приходит человеку, это просто как-то добывать или воровать, или обманывать, или занимать, не отдавать. Кредиты сейчас очень модны, знаете. Денег нет, кредит, все устроено. Но так вы теряете управление своей жизнью, попадая в зависимость и в долг. И страх проникает в сознание. Кредит – значит постоянный страх. Сначала вы не замечаете. Вы берете кредит, покупаете квартиру, думаете, ну что, через 20 лет выплачу. За 20 лет вы с ума сойдете с этим кредитом. Это будет постоянно это сознание зависимости. Должен, 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 должен. Вы не можете, вы не потеряете свободу. Один человек, мой знакомый, он так купил квартиру в Европе. Он работал 20 лет, чтобы выплатить все этот долг. Он пожертвовал многим ради этого. За 20 лет он воспитал сына. Теперь сыну говорит, бери кредит, покупай квартиру, через 20 лет расплатишься. Сын в ударе, в шоке, ничего себе, папа, 20 лет я буду расплачиваться за квартиру. Я должен повторить твой подвиг просто. 20 лет я теряю свободу просто какую-то. Ну, такова жизнь, все так живут, смотрите, все так живут, нормально, хорошо, привыкайте к этому. А мне кажется, что это не наше управление. Я не думаю, что это мы так с вами управляем жизнью, мы так хотим этого. Нет, скорее всего, мы этого не хотим. Мы вынуждены из страха это делать, чтобы выжить каким-то образом. Опять же страх, а где моя свобода? Выбора. Делать то, что именно я хочу, да, собственно говоря, если мне сейчас эту свободу дадут, я даже не знаю, что я хочу. Вот сейчас мне дадут кучу денег, и я даже не знаю, что с ними делать. Мне нужно будет подумать, сначала их в банк надежно закрыть, а потом всю жизнь думать, что же с ними делать. Да? Реальная картина? Реальная картина. Люди, которые получают огромные-огромные деньги, они их потом прячут в банках и всю жизнь сидят на этих деньгах, думают. Потому что не знают. И из этого невежества они просто начинают играть деньгами. Там, острова, там, самолеты и прочее. Есть интересный пример из истории Америки. Это было еще в довоенные годы. Я услышал это от одного моего очень близкого, ну как бы дружественного такого знакомого, духовного учителя, одного из духовных учителей. Он рассказал это из истории Америки, поскольку сам американец. Жил такой человек, я думаю, что американцы знают это имя все. Это легендарное имя. Его звали Изи Эдди. Ну, я думаю, что это наполовину кличка, наполовину имя. Изи Эдди. Это адвокат, известнейший того времени. Самый крутой вообще. Он так знал законы, он так мог ими
оперировать, что фактически мог выиграть любое дело, ему было по силу. Это вопрос был просто времени. Он знал, как эти законы применять, он был такой ответственный, такой умный. И его заметила одна очень крупная мафия. И подумали, нам нужен этот человек. Он будет вытаскивать наших людей из любой ситуации вообще, из тюрем, откуда угодно. Он найдет оправдание, он найдет там, там пошлет сюда бумаги, он какие-то законы там найдет. И он это делал, он нанялся на работу к этим мафиози. Деньги полились к ним, знаете, просто рекой. У него был фактически целый квартал собственности в городе. Были личные самолеты, все это было у него. И был единственный сын, ради которого он все это делал. Он был астрономически богат. И то есть мафия не скупилась, потому что на самом деле это была очень хорошая защита. И вот в какой-то момент этот Изи Эдди посмотрел на своего сына взрослеющего и вдруг задумался, а что ему оставлю? Какое наследство? Он понимал, что он преступник. Он стал это осознавать очень хорошо, потому что счастье этому не приносило. Лишь только страх усилился, утончался. Страх, что жизнь прожита как-то не так. Знаете, это тонкое страдание человека. Вроде все хорошо, все есть, а вот есть какой-то внутри страх, неудовлетворение, беспокойство, что как-то все не так, а жизнь проходит. Он почувствовал то же самое и в связи с сыном. Подумал, с материальной точки зрения ему все дал, больше, чем все. А вот с точки зрения наших отношений примера, ничего. Он понимал, что сын может последовать его примеру в жизни. Он не оценит эти богатства, он просто их использует, просто полагаясь на его пример жизни, и все. И тогда он решился, этот человек, этот легендарный человек, что он сделал. Он сдал всю мафию. Ну, конечно, он себе подписал смертный приговор, но это тоже прекрасно сознавал. Уже через 2-3 дня его зарешетили на улице из автоматов, и все. Но он сдал всю мафию надолго. Была очень крутая мафия, и с ней, собственно, не знали, что делать очень долгие годы. И тот, кто ее защищал, в какой-то момент всех их сдал. И сам погиб. Так история эта заканчивается. И в другие годы, когда Америка воевала с Японией, вы помните это, из истории, был серьезный конфликт, почему потом были брошены две ядерные бомбы на Японию. Авианосец американский был в океане, и там были истребители или бомбардировщики, которые должны были подняться на задание, пойти на Японию, американские. Они взлетели с авианосца. На авианосце там несколько тысяч персонала военных. Они взлетели, встали на маршрут. И лидер заметил, что ему недозаправили бак. То есть получилось, вот не досмотрели, ошибка. Недозаправили бак. По инструкции он должен передать руководство кому-то другому и вернуться на авианосец. Он это так и сделал, он сказал, в чем проблема. По инструкции он передал управление и стал возвращаться на авианосец. И тут заметил, что японские бомбардировщики идут к этому авианосцу. Он понимал, что несколько тысяч человек сейчас с этим кораблем пойдут на дно океана. И он американец, он военный, и он вступил с ними в бой один. Это тоже исторический случай, как сражался этот человек. Он сражался как сумасшедший. Он перепугал всех этих японцев. Потому что он стрелял с пулемета, он подбил несколько самолетов, патроны кончили, стал таранить крыльями их. Врезаться, стараться, они уворачивались, они думали, какой это сумасшедший, нужно просто убираться отсюда. И все улетели обратно. Это был сын этого Эдди Изи. Благодаря одному лишь примеру отца он стал героем. Смотрите, как управлять жизнью. Что для этого нужно делать, чтобы это было управление, чтобы это влияло на окружающий мир. И что же будет влиять на окружающий мир? Можем ли управлять завистью, или жадностью, или вожделением? Нет. Можем только подчинять. Можем только причинять боль. А управлять не можем. Это никому не нравится. Никто этого не хочет. Это удивительный момент. Для чего нужны эти энергии? Гордость, зависть
Именно чтобы подчинить кого-то, потому что я же хочу продвигаться, а кто-то же мне мешает в конкуренции. Поэтому я прибегаю к этим именно качествам. Потому что я же хочу иметь личную собственность. Меня общественная собственность не интересует. Я же образован, я же сориентирован на успех в жизни. Я управляю своей жизнью, не так ли? Я вступаю в конфликты, в судебные разбирательства годами, но я хочу отстоять свою собственность своих людей, свои убеждения. И мне не интересны все эти общественные какие-то идеалы вообще. Это в прошлом все. Я в это могу даже и не верить толком. Что это вообще возможно, это утопия, о чем вы говорите. Вот есть конкретная работа, деньги, вот есть карьера, вот есть вещи, есть квартиры, недвижимость. Вот это реальность. Остальное просто вы уводите людей от реальности, чтобы их успокоить, и они становятся просто бедными, нищими, с вашим смирением, с вашей скромностью, с вашей любовью, так сказать, божественной. У них ничего не будет, они будут неудачниками. Вот это обычное, скажем, представление такое вот активное о жизни. И управление, когда если мы говорим об управлении, любой начальник знает, что управлять нужно силой, иметь силу для этого. Власть и деньги, иначе люди не будут подчиняться. А как же управлять своей жизнью? Могу ли я собой управлять таким образом? Видите, не подходит. Веды говорят, так вот, относись к людям так, как ты к себе хочешь относиться. Управление жизнью начинается с этого. Потому что жизнь – это понятие внутреннее, а не внешнее. Тело – это как бы признак жизни тела. Это не сама жизнь. Если бы тело было живым, оно мне было подвержено смерти. Но тело всегда мертвое. Это покрытие, как одежда. И пока оно на живом существе, мы считаем, что оно живое. Жизнь невидима материальным глазом и неслышима материальным ухом. Но мы видим косвенное ее присутствие по признакам жизни этого тела. В Гите говорится об этом, что эта жизнь не меняется никогда. С ней никаких перемен не происходит внутри этого тела. Тело меняется каждую секунду, постоянно. Жизнь нет. Вы не изменитесь как живое существо, как личность. Вы всегда будете тем же самым. Вчера, сегодня, позавчера, будущем. После оставления этого тела, после смерти этого тела, вы все равно останетесь тем же самым. Это подобно тому, как мы меняем одежду. В различных обстоятельствах мы одеваем разную одежду. Если нужно спать, мы спальную одежду оденем. Если нужно работать, какой-то черный труд, мы оденем рабочий комбинезон. Если мы идем на собственную свадьбу, нам нужно одеть что-то другое, конечно же. Представьте, если вы идете на свадьбу в спальной одежде или в комбинезоне рабочем, или ложитесь спать в кирзовых сапогах. Видите, как уже мы сразу видим, несоответствие, видите, несоответствие. Так вот, мы говорим, это тело как одежда, мы должны знать, как пользоваться им, чтобы не было несоответствия. Мы же удивляемся, что человек живет как животное, скажем, да несоответствие же. Не ту одежду одел. Неправильное поведение у него. И человек удовлетворяется внутренней энергией, значит, он должен распространять для счастья других внутреннюю энергию. А вот этому нас не учили. Где взять эту внутреннюю энергию? Счастья, любви, энтузиазма, всех этих сияющих, трансцендентных качеств. И насколько они вообще сильны, эти качества? Они как-то не видно в человеке особенно. Вот посмотришь на человека и не знаешь, кто он. Не видно, правда. Но знаете, некоторых святых было видно издалека. Даже когда они не разговаривали. Они на самом деле излучали сияние. Но это сильная святость, да. Мы такое не имеем. Мы не знаем. Но есть факты. Есть факты. И есть такие личности, которые могущество не могут скрыть вообще. Солнце. Это личность. Оно не может скрыть свое могущество. Но в Ведах написано, что Солнце одна из личностей в этой вселенной. Значительных личностей. То есть градации этого могущества безмерны. И в человеке это открывается именно в той степени, насколько он способен выбирать это. Всего лишь выбирать внутри и подтверждать практически. Все, что нужно, это подтвердить практически. Ну, подтверждение должно быть. Ты хочешь? Хочешь. Теперь подтверди, как вы идете в ЗАГС. Как вас регистрируют. Вы должны подтвердить это и все. Вы согласны? Согласен. Вы согласны? Согласна. Ну все, распишитесь. Подтверждение есть. Внутри вы хотите, теперь подтвердите перед законом,
И теперь действуйте, как муж и жена. Все, действуйте. Но если вы не будете действовать, как муж и жена, не знаете, что это такое, все разрушится. Несмотря на то, что была внутренняя связь когда-то, и мы можем потерять ее. Мы можем потерять эту связь с близкими людьми, с окружающим миром, с этими энергиями, которые окружают нас, можем вообще забыть про это. Да? Со многими людьми в прошлой жизни встречались и жили очень близко, а теперь мы их не знаем вообще. Мы забыли все. Теперь у нас новые люди, о которых мы тоже постепенно будем забывать. Да? Да, мы состаримся, и внуки, и правнуки уже будут забывать больше, больше, больше. Все уйдет в забвение. Все забудется. Не забываются только истинные вещи. Истина не забывается. Она в мире существует, ее записывают. Это называется священные книги, какие-то истории, знаете, там о святых, каких-то великих личностях. Святой – это просто святой, но великая личность – это что-то другое. Это еще больше. Святой он может быть для себя святым, но великая личность означает тот, кто может помочь многим людям, спасти многих людей. То есть люди бывают очень могущественны. И над людьми еще есть могущественные существа. Иерархия во Вселенной, она бесконечная, говорится. Гигантская иерархия, вплоть до Творца Вселенной, изначальной причины всего. И вот мы пользуемся солнечной энергией, пользуемся воздухом, водой. Это стихии природы, мы ими пользуемся. Но нам уже труднее пользоваться умом, скажем, разумом, нашим истинным «я», которое мы можем хуже знать, себя мы плохо знаем. И мы пользуемся как бы этими энергиями, которые вот сотворены, сгармонизированы вот так вот вокруг нас. Этот мир раскинулся так красиво. Планета Земля, и реки, и моря, и леса, и дожди идут, и снега выпадают. Так хорошо. Столько разнообразия. И мы этим пользуемся, но знанием не хотим пользоваться, которое дается вместе с этим. Потому что у нас другие планы. Это было сотворено, создано с одной целью, а мы приходим со своей целью, со своим планом. И у нас есть план в жизни, который мы не можем никогда осуществить, потому что в жизни так не бывает. Наши планы похожи на кино, на сюжет из кино. А в жизни так не бывает. В жизни нужно успеть все. И быть здоровым. И создать семью. И образование получить. И обрести возвышенные качества. И познать себя. И выполнить свою миссию. Успеть сделать то, что ты должен сделать в этой жизни. Так много нужно успеть. При этом искусство жизни заключается в том, никому не причинить никакого зла, никаких беспокойств, никаких несчастий. При том, что вы должны чего-то достичь еще великого в этом мире. Как же это возможно, если каждый будет достигать великих вещей, как же возможно не беспокоить друг друга? Ведь великий должен быть один кто-то. Нет, он уже есть. Мы не из этой категории. Великий – это Бог. А мы из другой категории, мы слуги Бога. И вот все могут стать великими слугами, здесь препятствий нет. Здесь место всегда свободно. А то место занято всегда. Если мы сориентированы на единоличный успех, это место уже занято. Есть высший разум, который беспокоится обо всех живых существах. Как этот мир и знания вкладываются в этот мир? Как жить в соответствии вот с замыслом высшего разума, который желает блага каждому живому существу и равно относится ко всем? Поэтому человек образует в ведической культуре именно так. Равно относись ко всем живым существам. К черным, к белым, к желтым, к красным, цивилизованным, нецивилизованным. Да, ну хорошо, я могу так вот посмотреть, поразмыслить на эту тему. Могу установить какое-то равенство в уме, на уровне ума. Да, хорошо, освоил. А теперь пойдем дальше. Попытайся равно относиться к доброжелателям и недоброжелателям. Вот труднее. Потому что это уже практический момент, не ментальный, не умственный, а в практике. На практике труднее. Вот тут мы не знаем, как же применить на практике это все. Как же я могу равно относиться к негодяю и к добродетельному человеку? Трудно. Я не могу видеть эти вещи, что это равно. Да, не могу, потому что не принимаю планов свыше. Ведь каждый человек, который меня окружает, плохой или хороший, мои оценки,
Он запрограммирован в моей жизни для определенной высшей цели, высшим разумом. Санкционирована встреча. Все, что мы делаем в жизни, санкционировано свыше. Есть всегда высший смысл во всем. Во врагах и в друзьях есть высший смысл. Поэтому к ним можно в этом смысле равно относиться. Друг и враг одинаково полезны для меня. Для моего развития внутреннего, внутренней энергии. Они одинаково полезны. Друг знает мои хорошие качества и поддерживает их. А враг знает все мои плохие качества и говорит об этом тоже. Поэтому он мой враг. Вместе сложите то и другое, получится реальность. Без врагов и друзей мы не знаем друг друга. Поэтому человек, который получает такое сознание, развивает, он знает, что нет друзей и врагов. Это все мои братья, и то, и другое. Это все важно в моей жизни, чтобы я мог подняться выше понятия двойственности друзей и врагов. Например, мы же так пытаемся делать в семье, если большая семья. Вот есть друзья и враги, даже в больших семьях, братья, сестры могут враждовать, могут дружить. Тоже случается всякое в семье. Но отец ко всем равно относится. Прообраз есть семья. Никто не знает из ученых, что такое семья, откуда это явление биологическое. Никто не знает, что это за связи родственные. Что это такое? Нет. Это отражение божественного принципа. Жизнь человека, она по своему замыслу божественна. Он не животное. Он не вегетарианец и не мясоед. Он никто. Он, его жизнь священна. Вот что такое человек. Его нельзя оценивать с позиции просто биологического вида. Это унижение человека. И нельзя также оценивать его как сверхличность, пока он ничего не сделал достойного. Это тоже будет оскорбление, если вы кого-то прославляете незаслуженно. Это лесть. А нужно проявить эту божественную природу, действовать. Она уже есть в наших желаниях и мыслях, в душе она хранится. Теперь нужно подтвердить на практике. Вот так я это делаю. Пусть мои мысли еще в этом не участвуют, пусть моя речь еще не очень очищена, но поступок – очень важная вещь. Это история, которую я рассказываю иногда, когда жили три названных брата. Сын царя, сын казначея, сын министра. Они с детства росли в одном дворце, они были из разных семей, но жили вместе при дворе. И они жили как братья, никогда не хотели разлучаться. Когда они подросли, уже стали взрослеть, им нужно было принимать обязанности. И тогда родители, а их отцы, позвали каждого сына к себе и сказали, теперь нужно закончить эту дружбу, теперь нужно приступить к обязанностям, ты станешь царем. Ты не должен теперь близко дружить с казначеем и с сыном министра. Будут другие отношения, более официальные. Поэтому давай взрослей, думай об этом. То же самое сказал сын министра и сын казначея своему сыну. Они говорят, как это возможно? Они встретились друг с другом и сказали, как это возможно? Мы братья, мы с детства вместе. Как теперь можем прийти на какие-то официальные торговые отношения вообще? То есть царь теперь будет поощрять, наказывать, приказывать, гневаться и так далее. Я не смогу, это мои братья. И они стали думать, что же, какой же выход вообще, мы не хотим такой жизни. Они восстали против отцов и стали замышлять. И тогда сын казначей сказал, я слышал, что если мы сможем бизнес свой иметь, мы станем независимыми от отцов. Если у нас деньги, капитал какой-то сделаем, мы свое предприятие будем жить, как братья, продолжать вместе, независимо от наших отцов. Ну а где возьмем такой капитал? И сын министра сказал, я слышал, есть гора там далеко в джунглях за рекой, и там есть драгоценности. Иногда некоторые смелые люди находят там целые состояния. Конечно, не все живыми возвращаются оттуда, но если повезет, можем рискнуть ради дружбы. О, прекрасно, мы герои, мы братья, мы друзья, ради дружбы они собрались и пустились в это опасное путешествие. Там были реки, наводненные крокодилами, пираньями, там были джунгли со змеями, тиграми, там все это было, конечно же, это не буду рассказывать, чтобы не пугать никого. Это была очень экстремальная картина, многосерийная. И они проходили также одно племя очень, очень воинственных людей лесных.
Они не знали, что это за племя, но они поняли по дороге. Вождь племени пропустил их к горе. Но обратно в планах этого племени захватывать таких людей и отбирать богатство, а их убивать. Потому что подняться на гору было небезопасно. Это племя жило просто и пропускало людей к горе, а обратно их грабили. У этого вождя племени был попугай, который говорил только правду. Знаете, есть такие попугаи, которые говорят только правду. Людей обычно таких не бывает, которые только правду говорят. Но попугаи есть такие, это мистический попугай. Я потом расскажу, как создать такого попугая, научить его говорить правду. В любом живом существе есть мистические силы. Раньше люди на лошадях могли летать по небу. Но это отдельный разговор, как они это делали. У нас сейчас самолеты есть, так что не надо об этом думать. И у нас есть детектор лжи сейчас, и компьютеры, где есть информация, которая не искажается, можем пользоваться этим. Но тогда был попугай, не компьютер. И вот, когда они взошли на гору, они разошлись в разных направлениях, каждый, чтобы искать драгоценности, и нашли по огромному рубину каждый. Все поняли, это достаточно, это целое состояние. Можем возвращаться. Вы знаете, сказал сын царя, я понимаю так, что вот это племя нас должно сейчас убить, чтобы отобрать эти драгоценности. Они за нами давно наблюдают. Они, наверное, прекрасно знают, зачем сюда ходят белые люди. Ну хорошо, нужно спрятаться, сказал сын казначея. Как же мы спрячем? Самое надежное, сказал сын министра, проглотить. Как не найду? Пусть еще где хотят, нету. Просто гуляем. Языка не понимаем. Давайте договоримся. Языка не знаем. Гуляем, путешествуем. Да, они проглотили и стали возвращаться. Но все это, как они зашли на гору, разошлись по сторонам, нашли рубины, их проглотили, видел другой человек, преступник, убийца, рецидивист, который скрывался там от властей. Он скрывался в этом опасном месте, потому что туда не ходили даже царская стража, полиция не ходила туда. Он подумал, какая удача. Три безоружных человека, целое состояние. И попался им случайно на дороге. И сказал, я вот тут заблудился, вы не в город случайно, тут опасно, не возьмете ли меня с собой, будет как-то легче, четверо. Сказал, конечно, пойдем вместе. Присоединился. Они ничего не знали об этом человеке. И когда они пошли через, проходить через это воинственное племя, попугай громко закричал, огромные ценности. Вождь сказал, немедленно эти четверых ко мне, их схватили под копьями к вождю. Я знаю, что у вас есть драгоценности, вы должны мне их дать. Это моя гора, я здесь хозяин, я здесь царь. Поэтому отдайте драгоценности, я, возможно, пощажу ваши жизни. А, не знаем языка, мы ничего не понимаем, просто гуляем, путешествуем, ничего у нас нет, никаких планов. А, играете со мной, обыскать. Обыскали все одежды, размотали все тюрбаны, все пусто. Что такое? Птица обшила и ошиблась первый раз. Обычно компьютер сбоя не давал никогда. А тут эта птица ошиблась. Ну хорошо, пусть идут, раз просто гуляют. Они снова пошли радостные. Попугай аж запрыгал в клетке, аж перевернулся. Огромные деньги. Аж сирена закричала, видите, какие деньги-то. Так, давайте их обратно сюда. Похоже, вы эти драгоценности проглотили, не так ли? Мы не понимаем языка, мы просто гуляем. Так вот, даю вам шанс последний. Ночь. На размышление. Если к утру не решите вернуть, дать мне драгоценности, выпотрошу каждого. И под замок на решетку. Эти трое сидели и понимали, да, сложная ситуация, как же выжить. А четвертый вообще был сбит с толку, а это тут при чем? Как я попал сюда вообще? Этот рецидивист оказался в самом сложном положении. Как он попал в такое положение? Все его планы рухнули, теперь он тоже, так сказать, приговорен к смерти, можно сказать. Но это был очень умный вор, образованный вор. Он не просто МГУ закончил, знаете, или 11 классов, или... среднеспециальное образование какое-то, чтобы работать на станке и точить болты и гайки. Нет, он знал философию вед, он знал о реинкарнации, он знал о многом.
И он думал, так, если кого-то из них убьют первым, найдут драгоценность, значит, убьют всех. Если убьют первого меня, не найдут драгоценность. Он размышлял всю ночь. К утру он решился. Их вывели перед этим кровожадным вождем, то взял секиру, меч. Вы готовы умереть или расплатиться со мной? Они говорят, а мы не знаем, мы просто гуляем, ничего у нас нет. И уже глаза наливаются яростью этого вождя. И тогда выступил вперед этот вор, сказал, дорогой господин, мне будет очень трудно смотреть, как умирают мои братья. Мы очень братья, моя семья. Я тебя прошу, убей меня первым. Нет проблем. Я очень добрый. И все, через секунду уже жизни там нет. Просто тело, которое мы носим всю жизнь до какого-то времени. Вы подошли пусто. Даже ужина не было. Вот проклятая птица. Он тоже был образован, этот нецивилизованный человек. Он знал о карме. Сейчас о карме знают все. Вот грех на душу взял все-таки. Но это из-за этой птицы. Хорошо, отпускайте всех. Пошел этому попугаю голову свернул вообще, чтобы перезагрузить систему. Ну ладно, отпускайте. И эти трое вообще не могли понять, что за человек, который только что жизнь отдал ради них. Они не знали, что ты был большой преступник, злодей. Они вернулись в свое царство, они сделали свое предприятие, как они мечтали, они жили вместе, как братья, их мечта исполнилась. Но на первую же прибыль от этих денег они построили памятник золотой этому вору, как святому человеку. Это был лишь один его поступок, который перекрыл все его предыдущие грехи. Но это был поступок, это не было просто желание или заказ. Он это именно сделал. Это ведическая история. Мы можем изменить свою жизнь одним поступком в ту или другую сторону. Наша жизнь на лезвии бритвы. Это равновесие очень тонкое. Один поступок может решить всю нашу судьбу. На один градус отвлечетесь, и направление будет меняться больше, 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 больше. И все. Уже непонятно, где мы. Поэтому даются веды. Мы не знаем, как устроен этот мир. Мы не знаем, как устроен человек. Веды говорят, там внутри у тебя дух, живое существо. Частичка Бога, ты часть его. Ты не часть этого мира, ты временно здесь, в этом мире. Очень короткое время ты находишься здесь, очень короткое. За это короткое время ты можешь сильно изменить свое существование в будущее. Потому что ты пришел сюда из прошлого, из прошлых воплощений. И ты страдал в каждом воплощении. Как и в этой жизни. Ты боролся за существование в различных формах. У тебя были различные типы ума и чувств. Ты по-разному оценил счастье и несчастье в разных воплощениях. У тебя были разные философии, разные религии. Ты их менял бесконечное множество раз, пока достиг человеческой формы жизни. Всех людей можно разделить на две категории. Цивилизованные и нецивилизованные существа. Нецивилизованные, они организованы только жадностью. А цивилизованные организованы благотворительностью. Так определяется в целом, где общество цивилизовано, где нецивилизовано. Наше же понимание немножко другое. Цивилизация – это некое техническое оснащение хорошее на все случаи необходимой жизни, скажем, телефоны и прочее. Зрелище, залы, архитектура, дороги, машины. Мы сейчас это так понимаем. Но веды говорят, нет, цивилизованное общество, которое заботится о каждом человеке и живом существе. Минимум насилия – это цивилизация. И по этому уровню насилия определяется уровень цивилизации. А откуда эта склонность к насилию? Из сильного желания наслаждать свои чувства, достичь своего личного счастья, обрести свою личную собственность, и люди становятся жестокими и нецивилизованными. Они ради денег начинают обманывать, убивать, хитрить, скрывать, ради того, чтобы просто лично обогатиться. Это вызывает различные виды и типы страхов. Страх любой соответствует определенному типу греха, ошибки сознательной. Как, например, я занял деньги и не отдаю.
У меня поселится страх встретить этого человека. Я боюсь встретиться с этим человеком, потому что я должен вернуть ему это. И пока я не вернул, я испытываю напряжение и страх присутствия этого человека. И наши отношения становятся все хуже, хуже и хуже. Я убил этого человека, чтобы продлить себе жизнь за счет его денег или какой-то собственности. Я отнял это все. А теперь я жду расплаты, страх поселяется и беспокойство. Он должен мне это вернуть. Это мое сознание, наполнено различными видами страхами. Кто-то боится быть безденежным. Кто-то боится за своих детей постоянно, за свою семью. Кто-то боится, потому что болезни вокруг какие-то. У каждого есть свой обостренный какой-то страх, их множество. Но стоит нам очистить ум от этих помыслов и очистить сердце от этих прошлых поступков, то есть делать что-то с высшими побуждениями, с высшей энергией, как мы почувствуем, что к нам приходит бесстрашие, умиротворение, удовлетворение жизнью. Удовлетворенность. И с этого начинается, наконец, моя настоящая, разумная, осмысленная жизнь, которая управляема моими высшими желаниями, которые есть в сердце. Не низшими, а высшими желаниями. Это тоже управление. Но она направлена на благо всех живых существ. Для этого нужны, конечно, знания. Как же направить куда свою энергию, чтобы получили благо все живые существа? Куда? Где тот? Та кнопка, нажав которую, я всем сообщу что-то хорошее. Эта кнопка находится в сердце, как сверхдуша. Перед собой нужно быть честным. Значит, вы будете честными перед всеми. Нужно к себе относиться хорошо, и тогда и ко всем будете хорошо относиться. В поступках. Как можно к себе хорошо относиться и принимать интоксикации регулярно? Вы хорошо относитесь к своему ребенку, но поите его водкой. Вы же не будете это делать, вы же к нему хорошо относитесь, вы же любите его, а себе позволяете. Так где же отношения хорошие? К своему здоровью, к своему уму, к своей пище, к чистоте. Если мы на самом деле к себе хорошо относимся, мы должны жить в идеальной чистоте. Должна быть лучшая пища, лучшие самые знания получать. Произведение искусств должно окружать нас вокруг, в доме и на улице. Да, эта культура ведическая была такой богатой, такой великой. Каждая деталь была произведением искусств. Мебель ли это, архитектура ли это, предметы быта или одежда, или поведение, или слова, или мысли. Все соответствовало. Все соответствовало. И сейчас мы видим это несоответствие, эту двойственность. Нам трудно наслаждаться всем этим. Ну что, человек красиво одет, денег много, а я не доверяю ему. Я не испытываю счастья в виде таких людей, потому что я не доверяю им. И дома у них богатые, а может быть, он на наркобизнес это построил. А у меня нет счастья на то, что вижу какие-то хорошие вещи. Когда-то в годы революции национализировали все это имущество царское, этот Эрмитаж, это же был царский дворец. Сделали Эрмитаж, отобрали, потому что люди не нравилось все это богатство. Внутреннее не соответствовало внешнему. И вот нужно перейти в соответствие, это управление жизнью. Если мы управляем своими чувствами, умом и разумом, мы управляем и внешним миром тогда легко, без усилий. Без усилий. Усилий не нужно, чтобы управлять, потому что мир уже под управлением находится. Если мы не вмешиваемся туда, он действует хорошо. Мы же все равно ничего изменить не можем. Зима, лето, весна, осень. Можем только что-то ухудшить. Ну что, оружие создали потрясающе в эти годы. Ум непостижимое оружие. Психотронное там, ядерное, водородное, не знаю, и чего только нет сейчас. А как вы думаете, это разве достижение какое-то? Это разве прогресс? Мы так ускоряем лишь смерть, но смерть и так гарантирована нам, знаете, и без оружия. Что мы такого достигли, изобретя оружие? Оборона. А, хотим продлить свою жизнь, убив кого-то. Но будем жить в страхе. Даже в годы революции, даже когда были выдвинуты очень высокие идеалы, насилие было неоправдано. Ахимса? Попытайся достичь это без насилия. Нет знаний, так и скажи, что не знаю. Учись. Учись.
Друзья, враги научат тебя. Зима, лето научат тебя. Желудок голодный научит тебя. Дети голодные научат тебя. И ты сможешь приносить счастье. А кто еще принесет счастье, кроме человека, в этот мир? Животные нет, не могут. Деревья не могут. Они вообще об этом ничего не знают. Они такие же, как и мы, наши братья. Но на очень неразвитом уровне. Они не могут участвовать с нами, но могут сотрудничать. Чувствовать это. Ощущать энергию человека. И природа может либо процветать, либо быть скованной. Например, если в Индии были на одной Кунде, Брахма-Кунда на Курукшетре, это такое большое озеро. И там мост идет в центр озера, оно глубокое, но в центре прям озеро на озере, на воде храм стоит большой. Это Курукшетра, это поле битвы древнее. И там это была священная война, и есть свои истории, и храм, поклонение. Мы пошли в тот храм по этому мосту и заметили, что нас сопровождают большие рыбы. Они нас увидели, подплыли, поднимают свою голову, открывают рты и ждут, когда мы бросим что-то туда. Они просят что-то у нас. Так же, как в Индии, если вы выходите с вокзала, вы белый человек, аэропорт или вокзал, сразу индусы подбегут и скажут, ну хоть одну рупию дай, ну хоть что-то дай мне, хоть что-то дай, нищие подойдут, будут просить у вас. И рыбы делают так же точно. Они не боятся. Они сразу к вам подплывут и рот откроют. Что стоишь, дай поесть что-нибудь. Ну? Ты у меня в гостях, ты еще в мой дом вошел. Плати что-нибудь мне. Они прекрасно это понимают, как любой человек, своим разумом. И они не боятся человека, потому что люди не проявляют агрессии по отношению к ним, к живым существам. Не проявляют. Не то, что в Индии, в Италии мы были как-то. И там есть на севере Италии огромное озеро, красивейшее, там, знаете, километровые такие вот скалы. Интересно, что на вершине этих скал замки стоят каменные. С древних еще, с эпохи Возрождения. Это север Италии, это вдохновение художников эпохи Возрождения. Самые красивые места, наверное, это. И мы решили искупаться в этом озере. Зашли в воду, и тут же к нам поплыли лебеди. Прямо к нам вот непосредственно. И стали искать, что-то у нас есть здесь снова. Мы где-то там нашли печенье, стали их кормить. О, они прям к нам вот так в обнимку едят с нами, разговаривают, все как надо. Мы пошли на берег, они за нами, на берег тоже выходят, по пятам ходят за нами. Дикие лебеди. И знаете, удивительно, но ведь это же радость. А мы думаем, а где взять радость? Мы тут всех лебедей перестреляли, комаров вытравили, собак всех сдали на мыло. А где же взять радость теперь? А радость приносят только живые существа, все, которые нас окружают. Конечно, есть исключения, не все. Тигр вам радости не принесет. Если вы встретите в джунглях, его тигр радости не принесет. Змея, кобра тоже радости не принесет. Это исключение. Есть агрессоры, понятно, нужно их избегать. Но говорится, что когда зависть уменьшается к нулю в человеке, даже дикие животные не трогают его. Мне прислали один ролик интересный. Какие-то вот негритянские расы владеют этой наукой до сих пор. У них такая медитация интересная, что в этой медитации они могут войти в стаю львов, леопардов, куда угодно. И лежать с ними, гладить их, они их не трогают вообще. Они могут войти в стадо диких слонов. Слоны их не трогают. Определенное состояние человека не трогают, ни одно живое существо. Когда я еще учился в школе, показали в новостях, тогда во времени, интересный сюжет, сенсационный, потом попал как бы. Обычно об Индии вообще ничего никогда не слышали, а тут попал один сюжет. Один йог, показали его, он может общаться с дикими змеями, кобрами. Множество кобр может брать на себя, там гладить их, разговаривать, не трогают. Вот там вопрос был, загадка для ученых. Каким образом? Что это за влияние? Что за человек? Это не подделка. Кобра настоящая, ядовитые, зубы есть. Но если я появлюсь... А этот человек подходит, их просто берет руками, они даже в стойку не становятся. Нет, на себя там разговаривает с ними, делает свое дело, вообще его не трогают. Что это? Что это такое? В Кургане однажды я был когда-то давно, в 90-х годах, площадь города, Курган.
И какой-то старик там стоял, старый-старый человек, который играл с голубями. И там, наверное, их было 100 штук, эти голуби. Наверное, все голуби города слетелись туда. Они его всего облепили вот так. Он их перегнал с рук на руки, он так делал и сяк. И они все к нему снова возвращаются, возвращаются. Я думал, какие-то дрессированные голуби. Нет, говорит он, этот старик так разговаривает, так живет с ним. Они чувствуют, что он не опасен для них, они чувствуют все по-другому. То есть живые существа все одинаковы. Различия в разуме, но душа одинакова. Душу все чувствуют, как дети. Дети все чувствуют, ничего не знают, и поэтому все чувствуют. Но когда они уже знают, они перестают чувствовать. Потому что мы должны выбирать, не просто чувствовать. Мы получаем знания, чтобы выбирать в жизни потом. Но знания мы получаем через мироощущение. Вот вы держите ребенка на руках, он маленький, он не понимает слов еще. Но вы же с ним разговариваете. Как? Иногда крикните, иногда ласкаете, гладите, иногда трясете его, чтобы он не орал. И вот через это тактильное восприятие, и ваше настроение в звуке, он начинает понимать вас. Это несложно. Если вот так вот делаете, понятно, что что-то не то. Да даже собаке понятно. И ребенок тоже чувствует, если мать такая, значит, она вот такое настроение. Потом он изучает, чувствует на себе, на своем теле ее настроение. А потом, когда она говорит слова, и он смотрит на нее, он слышит то настроение, которое он получил таким вот образом, по-разному, и начинает различать слова. И он сам начинает говорить. Не чудо ли это? А он может понимать вот другой язык, потому что он душа. Душа всегда какой-то язык имеет. Ребенок ли это, эмбрион ли это, растение ли это, язык какой-то остается, доступный этому живому существу. Но мы все духовно одинаковы. Нельзя какое-то живое существо унижать или эксплуатировать, а другое возвышать и позволять ему совершать насилие. Мы теряем знания, теряем управление жизненной силой окружающей. Потому что только любовь управляет жизнью, всей жизнью. А потом сидим и ждем, когда же придет любовь? Где она, моя любовь? Сколько ты съел убитых животных? Ты оплачивал, и оплачиваешь труд бойням? Сколько ты ошибок совершил в жизни, вольных, невольных? Сколько ты обещал и не сделал? Посмотри, подумай честно перед собой. Вот здесь вот. Разберись с этим. Честно, сам, никому не говори. Для себя выясни, кто ты. И скажи себе честно, кто ты, как ты себя оцениваешь. А потом поймешь, придет тебе любовь или что-то другое. Или зависть придет. Или жадность придет. Или похоть придет навалится. Что придет? Нужно себя разобраться с собой. Никто это не сделает за нас. Это невозможно. Только через самоосознание возможно прийти к себе и к управлению своей жизнью, значит, управлять своими чувствами, не совершать сознательных ошибок. Подсознательные ошибки простятся на этом пути. Все. Такова природа святости высшего разума. Прощается все. Но намеренное зло мы отвечаем за это. Если мы знаем уже о том, что мясо – это убойная пища, нужно что-то с этим делать. Не сразу, хотя бы постепенно. Нужно что-то, хотя бы думать об этом нужно правильно. Даже человек, который все еще продолжает плохие поступки, но уже принимает, что это плохо, уже не противопоставляет, он уже меняется, он уже сожалеет о себе. Уже становится честным человеком. Он уже от жизни меньше ждет подарков, сюрпризов хороших. А знает, что я этого не заслужил, он уже умиротворенней становится. Если он знает свои недостатки, он думает, ну чего же мне ждать от жизни? Я должен расплатиться за свои ошибки сначала. И когда к мне приходит что-то хорошее, он думает, ну это много для меня. Жизнь такая щедрая. Он будет таким благодарным. А если кто-то думает, а я безгрешный, я чистый. Знаете, если человек получает положение в обществе, он думает, что он безгрешный, ему все можно. Если у него много денег, он думает то же самое. Теперь мне все можно. У меня есть деньги и свобода выбора. Делай, что хочешь. Вот для чего деньги, чтобы что хочешь делать. И он столько ошибок совершает. Боже мой. И пока у него есть деньги и власть, и все остальное, он не может даже признать свои ошибки никому. Вот когда он только все теряет, или враги достают его, он начинает понимать, да, это кара за мою жизнь, расплата. Вот так она устроена, эта жизнь. Она устроена, чтобы научить человека делать правильный выбор. Сурово, правда, но научиться можем настоящим вещам.
Жизнь сурова. Как эта зима. Попробуйте выжить на улице. Суровая жизнь. А сколько нужно трудиться, чтобы выжить в такой погоде? Вообще, например, на экваторе удивляются, как можно жить в России. Вы из России, правда, что ли? А правда, что там у вас минус 50 бывает? Мы говорим, правда. А как же там можно жить вообще? И зачем вы там живете? А у нас нет проблем. Котельную построили. Уголь, газ, нефть забросили туда. И наслаждаемся жизнью. В каждой квартире есть плита, отопление. Это поразительно, что люди делают. Поразительно, это фантастика просто. Мы к этому привыкли, конечно. Но это поразительно. Целые города, представьте, столько энергии поставляется. Электрическая энергия, отопительные системы. Сколько электроприборов создано, сколько этих всяких телевизоров, не знаю, сколько всего. Посмотрите, сколько всего создано, для того, чтобы человек был счастлив. В этих условиях не мерз, не голодал. Холодильники, плиты, кровати. Столько моделей, знаете, кроватей. Главное, деньги. Если были бы, все будет, правда же. Вот так мы привыкли жить, так стали понимать жизнь. И нам кажется, что при помощи этих материальных условий мы защитим себя от всех несчастий. Один человек лежал в больнице, богатый. У него был рак 4-й степени. Он уже еле ходил. Но куда бы он ни ходил по больнице, ходил с телохранителем. Таково сознание человека. Он боялся, что убьют его раньше времени, да? Несколько дней раньше, чем он должен умереть. Ну, вот такая иллюзия, вот так человек устроен. Он боится умереть раньше времени. Если почитать Пураны, древние книги, как общаются воины, кшатри, они говорят, почему ты боишься смерти вообще? Почему ты сейчас испугался смерти? Смерть все равно же придет к тебе, не сегодня, а завтра. Почему ты так боишься смерти? Душу убить невозможно. О чем ты вообще думаешь? Ты кто? Ты образованный или нет? Ты герой или кто ты? Почему ты думаешь, как выжить? Герои думают, как жизнь отдать. А? Бери оружие. Ну, то есть там была причина, для чего это. Битвы были. Если даже вы неправедный воин, но вы сражаетесь по всем правилам, исполняете долг, вы возвышаетесь в следующей жизни очень высоко. Они знали прекрасно, что просто исполнив свой долг, поступок сделайте героический, и вы достигнете многого. Даже если ваша жизнь была не очень хороша. Поэтому нужно сориентироваться, чтобы в жизни сделать что-то важное. И ведь придет момент, когда нужно это сделать будет. Но хватит решимости. Давайте начнем с простых вещей. Просто бросим курить. Пить водку даже на Новый год. Потом до шампанского доберемся, до пива постепенно. Что не сразу, я, конечно, понимаю. Когда я до Нового года давал подобные вещи в Санкт-Петербурге, там были очень богатые люди. То кто-то сказал, ну вот последний Новый год отметим, а потом, может быть, начнем. Ну все, Новый год прошел, хватит. Давайте попытаемся хотя бы до следующего года дотянуть без сигарет. Но хватит решимости. Если у нас не хватает решимости на такие вещи, то что же говорить о других вещах? Насколько мы сильны в своей жизни, управлять своей жизнью? Скажите, ну я раньше не курил, не пил, ну и что? Что из этого было? Нет, 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 нет. Это не смысл жизни не пить, не курить. Смысл выше. Но путь к смыслу жизни должен быть обозначен правильно. Путь, метод должен быть. Чистота. Поэтому к нашей чистоте должно присоединиться осмысление жизни, самосознание. Тогда это принесет огромную пользу. Просто не пить, не курить, ну чисто плюй, ну что. Еще один чисто плюй появился. Ну, чистенький. Снаружи. Но его мысли остаются прежними, не так ли? Прежними. И вкусы прежними, и привычки прежними. В Гите говорится, что если мы отказываемся от объектов чувств, как от греховной деятельности, но думаем о них, мы лицемеры, обманщики просто. Это еще хуже. Лицемерие – это еще хуже. Обманывать себя и других, и думать при этом ум грязный – это лицемерие. Поэтому нам нужно добраться именно до ума, вот этой внутренней энергии. Очистите ум. И когда ум очищен, вы видите, что он подчиняется вам. А когда ум подчиняется, ну, вы много можете достичь. Я не знаю, что сказать на этот счет. Если вы достигли этого уровня, вы можете достичь очень много. Вы можете понять очень много, если вы под контролем. А осознав, вы достигаете. Не осознав, мы даже не видим, чего достигать-то.
Ведь нужно увидеть сначала, прежде чем достигать. Увидеть цель. И когда ум очищается, начинает проясняться все. И значит, становится достижимым, если мы видим цель. Это факт. Радость приходит как предвестник перед достижением цели. Радость жизни. Например, человек заблудился в лесу. Ну и что? День за днем он не может найти выход. Ну, в конце концов, известно, что теряет свои силы, потом веру, депрессия. Потом просто умирает вот от депрессии, скорее, быстрее, чем от голода даже. Вот это вот состояние психического, очень тяжелое психическое состояние, когда человек не может выбраться из леса. И вот представьте, он поднялся на какое-то высокое дерево, осмотрелся и увидел цель, наконец. Далеко, но увидел. И радость, и снова энергия, и снова силы. Вы можете дойти. Радость – предвестник того, что вы близко к цели. Настоящая радость приходит, когда человек на самом деле в знании находится. Разве вы не радовались, когда закончили институт, получили диплом, золотую медаль, и вы думали, о, вся жизнь теперь в моих руках, управление, я знаю, у меня есть знания, мне научили, я могу делать то-то, я сделаю то-то, планы. Но это было не полное образование, поэтому мы снова чувствуем себя не очень хорошо. Золотую медаль кто нам присудил? Такие же люди, как и мы, они сами ее придумали. А что должно быть на самом деле? Не золотая медаль, не корочки дипломные, а настоящие полномочия, которые дают нам могущество, это качество. Если есть качество, корочки не нужны. Не нужны дипломы, не нужны золотые медали. Качество, настоящее образование, это значит, что человек становится носителем возвышенных качеств. Может взаимодействовать с высшими энергиями внутри себя и пробуждать это в других людях. Это вот уже образование, это что-то. Лев, он царь зверей. А кто ему дал эти полномочия, скажите? У него корочка-то есть вообще? Удостоверение личности есть, что на самом деле подтвердите это все. Подойдите, спросите у него корочку, он вам без корочки докажет. За одну секунду поймете, да-да-да, я согласен, вы царь зверей, простите. Дайте, сохраните мне жизнь за это оскорбление просто, все, что я хочу. Это мощь, потому что он наделен природными качествами. Это пример биологический. Человек могущественнее льва. Могущественнее любого зверя. Но чем? Чистотой мысли, чистотой слова и поступка. Это внутренняя сила. Зло не может коснуться, кто творит добро, говорится в Бхагавад-гите, если добро настоящее, чистое. Если с примесью, тогда коснется. Если без примеси, невозможно. Лотос вы не сможете смочить водой. Окунить его в любую воду, любого качества, чистое или грязное. И когда он поднимется наружу, он будет абсолютно чистый и сухой. Не смачивается водой. Настоящее добро неуязвимо. Вы не можете его обидеть, оскорбить, унизить. Это невозможно. Это свобода. Вы ничего с ним не можете сделать, потому что это чистая добродетель. Настоящая. Но как только появляются примеси, подобно тому, как вот есть в доме окна закрыты, и одна лишь форточка открыта, и уже через эту форточку может проникнуть вор. Это примесь. Вроде бы у меня есть какой-то небольшой недостаток, и через него и действует все остальное постепенно. Если мы не закроем эту форточку, это управление жизнью. Мы же так делаем, когда уходим из квартиры. Закрываем окна, форточки, двери, ключи. Вор может прийти. Это материальный мир, тут есть зло. Управляйте своей добродетелью. Храните чистоту, храните святость в сердце. Контролируйте свои чувства, свои органы восприятия, свое поведение. Но это наука, называется йога. Высшая йога – это йога чистого, любовного, преданного служения. Она несквернима. Если ваш мотив деятельности – любовь к Богу, вы тот самый лотос. Его не сквернит никакие плоды вашего труда, ни слава, ни деньги, ни положение, ни ваши мистические силы, которые развиваются в этом процессе, ничто вас не осквернит, не сбросит с этой высоты, потому что вы выше всего этого будете. Это чистота. Чистота сестра божественности, она познается божественность через чистоту сердца.
Поэтому несомненно, что у каждого человека по его сути должна быть духовная практика, деятельность. И все это называется благотворительностью или жертвой. Все, что бескорыстно делается, называется жертва. Или благотворительность. Какой мотив? Внутренняя энергия. Сострадание, доброта, сопереживание, уважение, любовь. Вот она причина деятельности. Никак. Ни жадность, ни зависть, ни что-то еще. И постепенно отказываясь от основ греховной деятельности. Греховная деятельность – то, что пробуждает эти энергии, потом их трудно умиротворить. Когда они пробудились, их трудно поставить на место. Например, человек пьет водку. Регулярно к нему приходят его друзья-собутыльники. И в какой-то день он сказал, все, больше не пью. Но они еще продолжают приходить, не так ли? Не так-то просто. Он решил. Через 2 дня, звонок в дверь, стоят друзья с бутылками. Я же обещал, да ладно тебе. Мы же друзья. Да, конечно, друзья. Ну ладно, заходите. И все начинается снова. Не так-то просто, оказывается, видите, как устроен материальный мир. К нам сами приходят друзья. Сами обстоятельства приходят к нам. Мы же их не заказываем. Что я могу поделать? Обстоятельства такие. Вот я женился, жена, дети. И поехал, скажем, там, по турпутевке куда-то. А там обстоятельства такие. Женщина появилась такая потрясающая. И знаете, вот прям совпало. Мы с ней сели в одно там вот на автобусе рядышком. Прям. Оказалось, потом даже и номера были по соседству. Вот так все, знаете, обстоятельства полностью совпали. Судьба. Не так ли? Это собутыльники, не судьба. Это ваши собутыльники с прошлого еще. Тянутся. А вы думаете, судьба моя, счастье мое? Нет, нет, вы же женились, вы дали обеты священные. И вы забыли об этом. Думаете, что это ваша судьба? Нет. Это те самые собутыльники приходят. Как же, вот я дал обет, я все это делаю, все у меня вроде правильно, но то обстоятельства мне еще навязывают какую-то еще вещь, и я им доверяю тоже. Я думаю, что все эти объекты, реальность, истина, смотрите, я их принимаю все. Это глупость называется. Если бы не было вет или священных книг, что бы знали вообще? А? Мы бы давно же отменили слово прелюбодействие. Да, его давно же отменили. Прелюбодеяние. Что такое прелюбодеяние? Да нет такого слова все. Не существует. Кто-то придумал раньше. Нет, в жизни можно все. Обстоятельства, понимаете, такие, судьба такая. Да и приятно. Зачем запрещать приятные вещи? Что, вам не нравится, что ли? Да бросьте. Да вы же как все. Это наши друзья-собутыльники. У них свои священные книги, свои представления. И мы почему-то им больше верим, а? Как вы думаете? У нас такой выбор. А потому что мы это делали раньше, только по этой причине к нам снова приходят. Но если вы держитесь день, два, месяц, полгода, я начну злиться. Вася, ты что, всерьез? А как же дружба? Ты предаешь друзей. Ты кто вообще? Ты русский или кто? Ты какую религию принимаешь? Ты предаешь свою религию. Они будут говорить вам такие подобные, что вернуть вас снова в те же обстоятельства, в тот же образ жизни. Сейчас сектантство не есть мясо, можете представить? Сейчас так определяют, секта или не секта. Мясо ешь, значит свой. Мясо не ешь, секта, это опасно вообще. Ну, такие ориентируют людей. Собутыльники. Мы все стали обществом собутыльников, понимаете? Мы как-то вот все, сказать, круговая порука. Хотя в священных книгах написано все. Когда Путину предложили узаконить однополые браки, он сказал, почему должен поддерживать смертный грех? Он не забыл об этом. Собутыльники взяли его, видите? Тогда не злятся. Что у вас за культура? Вы отстаете, вы отсталый народ. У нас уже есть однополые браки, представьте, какой шаг. Смотрите священные книги, где вы видите, что это прогресс? Где это подтверждается вообще? В Ведах. В творении в этом нет такого закона. Вы придумали его? Сами и создали. И стали собутыльниками. Потом. Договорились друг с другом. Выдали дипломы друг другу, медали друг другу.
издали законы, теперь показывайте всем. Видите? Новое Писание, священная книга, однополые браки, святость. Так в жизни происходит. Если вы продолжаете дальше, они больше к вам не приходят. Все, дружба порвана. Они обижены на вас очень сильно. Они вам скажут, вот даже если ты к нам вернешься, мы тебя не примем вообще никогда. Это вы, значит, получаете благословение. Если вот так вам настроены ваши родственники, что? Ты мясо не ешь? Не пьешь? Ты больше мне не родственник. Это благословение. И теперь у них только один выход с вами общаться, стать такими же, как и вы. Потому что вы на самом деле не вернетесь туда. А они без вас все равно не проживут. Кризис ведь. Они все равно к вам вернутся уже. В другом им придется тоже отказаться от мяса, от интоксикации, и заняться медитацией. А как по-другому, скажите? Ну, какие предложения? Ну, никаких же. Ну, нет же других знаний. Ну, давайте изучим. Давайте еще раз. Уже все это изучено миллион раз. Ну, давайте еще раз изучим, еще раз подтвердим. Для каждого еще раз нужно подтверждение. Хорошо? Но вы придете к такому же выводу. Нужна чистота. Нужно идти этим путем. Другого пути нет. Настоящего. Все это просто люди выдумали и исказили. Изначально это все священное. Священные знания нам нужны. Не какие-то другие. И таким образом, нужна эта сила, эта уверенность. Все начинается с этой веры, которая дает силу человеку действовать уже в новом направлении. Поэтому в новом году мы пытаемся друг друга убедить, что все будет хорошо. Давай пожелаем друг другу счастья. Это хорошее пожелание. И мы запиваем рюмкой. Вот, допустим, я хочу разжечь огонь. Зажигаю, потом беру стаканы и выливаю воды туда. Потом снова зажигаю. И тут же, когда разгорится, шлеп туда воды. И что в результате? Дым, который ест глаза. Никакой пользы, ни тепла, ничего, ни света. Но дым, раздражение. Вот что-то вроде этого. Будем же счастливы в новом 2016 году. И стакан водки. Бабах! А что на утро? Полное неудовлетворение. И вспоминайте, что это уже было 2015 лет. Мы так желали друг другу счастья, и так и не обрели его. Смотрите, уже 2015 лет, никто не счастлив. Но в 2016 году мы должны просто больше выпить, и все. Просто мало выпили. Надо по-русски, по-настоящему. Я не знаю, откуда это, но нам внушили когда-то, что если чем больше выпьешь на Новый год, тем успешнее будет жизнь. Иммунитет у тебя будет какой-то особый к жизни. Ну вот мужчина ты, да, если ты мужчина, ты пол-литра можешь выпить так, без закуски даже. Я помню этот фильм «Судьба человека». Он, собственно, хороший там сюжет, героический, интересный, все. Но вот этот момент людей вдохновлял пить без закуски. Там трагический момент показывается. В заключении человек был в лагере, и над ним издевались просто. Ну вот он показывал так свою силу. На удивление, значит, фашистам пил, не закусывая. Ну вот это вот было принято. Потом все подражали этому. Пить не закусывая. Занюхивать только. Пили на детских площадках, по вечерам тоже там что-то занюхивать, без закусок, закусками, неважно. Пили в подъездах, в подвалах, на чердаках, в квартирах, в присутствии детей, все что угодно было. Пили кругом. Выходите на улицы в те годы вечером, все пьяные. Все идут, шатаются. Кто с работы, кто куда, все. Помните мое поколение? Ну что ж, это же я про правду говорю, я не выдумываю нисколько. Зачем это говорю? Да, мы должны решить эту проблему основательно. Потому что не думайте, что к этому нельзя вернуться. Потому что люди, не имеющие смысла жизни, обязательно к этому вернутся. Они упадут. В Спарте показывали таких людей. Зачем? Чтобы никто этого не делал. Но я вам скажу, это было нормой тогда, и никто не ужасался, как вы сейчас спрашиваете. Никто даже не удивлялся, нормально, все веселились. Вот что может произойти с человеком. Мы снова можем вернуться к этому. Сейчас у нас есть, вот видите, выживание, нам трудно, кризис, сейчас зарабатывать, каждый сам за себя. Все, государство изменилось, заботы нет такой, как раньше, гарантированной. Но теперь мы меньше пить стали. Так что же лучше? Еще неизвестно, что лучше. Может быть, кризисы нам помогут как-то улучшить себя.
Может, трудности жизни нужно тоже принимать с благодарностью. Мы же о чем сегодня говорим? Не моя задача шокировать вас, а раскрыть некоторые законы управления своей жизнью. И жизнь явно под управлением находится. Как же так? Страна была алкогольная, теперь стала не такой алкогольной. Страна была атеистической, теперь она изменилась. Есть какое-то управление. Несомненно, есть какие-то энергии, которые влияют на наше сознание. На все общество. Но теперь мы должны изучить, что это за законы. И в личной жизни тоже ты. Нужно учиться жить. Или что, ждать новых кризисов и провалов? Этот год не будет легким, я думаю. Вряд ли он будет легким. Кризис будет углубляться еще. И отношения мировой политики не обещают пока ничего хорошего. Напряжение продолжается. Не спадает. Поэтому вряд ли мы можем ожидать с этой точки зрения каких-то улучшений. А вот себя можем улучшить. А вот через себя атмосферу и постепенно, постепенно многое улучшится. Уже знание проникает в общество. Уже большие перемены. Но благодаря знанию именно, не чему-то еще. Знание о гунах люди начинают все больше и больше понимать. Карма, пройденный этап уже, все это, вера есть, утвержденная. То есть, реинкарнация тоже уже этот момент, как закон, понятный человеку. Но нам нужно изучить еще душу и сверхдушу. Это не предел, это лишь только начало, это еще не совершенство жизни. Начинается все с пищи, потом с отношений, но а где же цель, куда же мы должны прийти? Вот это управление означает, что у нас должен быть план. От начала до конца, ясный. Как говорил Булгаков, да? Если вы хотите управлять своей жизнью сами, хотя бы на 1000 лет вперед должны иметь план. Хотя бы на несколько жизней вперед иметь план, или на эту жизнь целиком. Если у вас нет такого плана, ясного, как же будете управлять своей жизнью? Поэтому обращаемся к ведам. Там есть такой план для человека. Описывается на всех этапах жизни его обязанности, что он должен выполнить какую задачу и чего достичь в конечном итоге. Еще недавно это считалось невозможным делом, то есть слишком сложным. Зачем вообще об этом думать? Вот есть насущные проблемы, нужно решить. Но веда говорится, что цивилизация начинается, первый шаг, ступень, с религиозности. Религиозность означает, человек боится нарушить законы, боится лгать, боится обманывать, честно трудится, исполняет свои обязанности. Ну, он богобоязненный имеется в виду. Вообще в исламе это первое условие – богобоязненность. Если вы не богобоязненный, вообще вы не можете быть цивилизованным, начать какую-то цивилизованную жизнь. Ну, то есть страх Бога – это позитивное что-то. Хотя это не высшее совершенство, но начало хорошее. Страхи есть у нас. Но если вы боитесь Бога, это уже к лучшему. Если просто боитесь наказания, а не греха, это не очень хорошо. Но если боитесь Бога, уже начинается цивилизованная жизнь. Так, а следом за этим, когда мы честно трудимся, не обманываем, не агрессивны друг другу, доброжелательны, религиозны, богобоязненны, экономическое процветание приходит само. Это же понятно. Столько труда, столько усилий. У нас должно быть все уже для жизни необходимо. Оно и есть. Только распределяется неправильным образом. Потому что религия в упадке. Наши отношения. Мы знаем, что вот если взять эту сумму денег, нанять таких-то рабочих, там прораба, построить то-то, то-то, можно все это сделать. Попробуйте, и вы сразу столкнетесь, что люди могут обманывать вас. Там такой контроль нужен. Ого-го, на этих стройках, на этих мероприятиях. Потому что религия в упадке. Не хватает как бы честности, ответственности, качества. Там есть скрытность, там есть свои проблемы, там есть привязанность к алкоголю, к чему угодно. Поэтому все усложняется в миллион раз. А ведь все кажется просто. И вот если есть религиозность, то очень просто достичь материального экономического процветания. И когда достигается материальное процветание, возникает следующая культура. Возможность установить культуру. Наслаждение жизнью, то есть культурное, возвышенное. Это третий этап цивилизации. Первый – религиозность, потом экономическое процветание. Затем мы уже говорим о культуре счастья. Как общаться с людьми, как использовать культуру, искусство, литературу, как строить города, как строить дома и прочее, и как проводить время возвышенным образом. Это счастье, счастье, счастье. То есть тоже такие вспомогательные науки в ведах.
Чувство и наслаждение кама не означает, что мы проводим время в барах, там, в домах терпимости и прочие вещи. Нет. Очень высокий уровень счастья должен быть материальный. Чтобы это потрясало нас, вдохновляло нас жить. Но когда мы это все получаем, богатство, признание, счастье, гармонию, добродетель, возникает следующий вопрос. Зачем все это? Об освобождении. Последний этап цивилизации – мокша. Человек задумывается об освобождении. Принципиально хочет решить вопрос. Что это за мир? Можно ли вообще освободиться от страданий, от рождения и смерти тоже? Если у нас есть все необходимое для счастья здесь, смерть остается, это последняя остается проблема у успешных людей. Все завоеватели мира думали о бессмертии. Все пытались решить этот вопрос, загадку смерти. Потому что у них все было, не к чему было больше стремиться. Это были такие, как Чингисхан, царь Сарданапал в Европе. Когда у человека есть все необходимое, также сюда относятся Битлз, они очень, очень рано разбогатели, они были совсем молодые, там по 20 лет, может быть. Они были такие прославленные, такие очень богатые, и они поняли в одночасье, что счастье не в этом, а что же дальше? То есть, когда мы достигаем шаг за шагом вот этих ступеней, мы можем задуматься о более главных вещах. Настоящее решение проблем. Ведь настоящая проблема – это рождение и смерть в этом мире для души. Но это можно понять, когда мы задумаемся об освобождении, когда установим религиозность, экономическое развитие и возвышенную культуру. Потому что все есть, на самом деле все есть. Нечего больше желать. Остается последнее решение – как жить. Бесстрашно. Потому что смерть все же внушает страх. И вот тут духовное знание приходит. Это последняя, завершающая ступень. Постигнув душу, вы постигаете вечность. Постигнув душу, постигаете высшую любовь. И открываются знания все необходимые. Это платформа духовного сознания. Высшая платформа развитой цивилизации. Это смысл человеческого общества, его структуры, его усилий и общественной деятельности. И для этого нужно просто равно относиться ко всем живым существам, начать с этого, с благотворительности, начала, религиозности. При этом не описывается, в какой точно конфессии вы должны быть. Это не принципиально, не имеет значения. Важно следовать тому, что написано. Это не обсуждается вообще. Религий их огромное количество во Вселенной. И на этой земле их было также уже очень много. Сейчас их 5 существует, религий мировых. Но их гораздо больше, чем можно себе представить. Каждый пророк, приходивший когда-то в древности, мог основывать какую-то религию, которая принципиально не отличается от другой. Отличается только в соответствии с уровнем людей, отличались наставления религиозные. Например, когда я был в Финляндии когда-то давно, я спросил у знакомых людей, какая здесь религия, сказали, христианство. Я спросил, есть ли у вас в традициях христианских какие-то святые свои, как в России есть свои святые, мы знаем, у вас есть в Финляндии святые такие. Он подумал, сказал, да, одного человека он назвал, вспомнил, есть признанный святой в Финляндии, имя назвал его. Я спросил, что он проповедовал? Что он дал людям вот важного такого? Он сказал, он дал концепцию честного труда. Это уже религиозность. Так же, как, допустим, не лги – это религиозность. Не кради – это религиозность. А почему не кради? Ну, будет кара, бойся этого. Как вы объясните человеку, который не развито сознание? Страхом. Элемент страха вводится. Ты против себя действуешь. Не делай так. Тебе же плохо будет. И другому плохо будет. Это тоже трудно объяснить, не так ли? Но это религия. Ну хорошо, честным. А до какой степени? Вот если меня обманывают, я должен продолжать быть честным. А если со мной по-плохому общаются, я должен быть добрым, продолжать? Вот вопрос ведь сложный. Как сохранить эту позицию? До какой степени это все делать? Тогда приходят уже другие пророки, которые на крест идут. Вот до такой степени. Ох, ничего себе степень. Это вот так я должен быть таким добрым? Что ни за что, когда меня распинают, я должен их прощать? Но это пример.
Люди говорят, да, они плачут. Это что-то настоящее. Они кланяются этой личности, молятся этой личности и прогрессируют. В любой традиции это есть. Есть святые пророки, которые по-разному действуют. А Мухаммед, наоборот, войска собирал и сражался. На крест не пошел. Почему? Там или другие обстоятельства. Другая школа. Немножко обстоятельства отличались. Поэтому чуть-чуть ракурс, акценты сместились. Но суть была та же самая. Предание Богу. Все то же самое. Любую религию возьмите изначально. Любовь к Богу, предание Богу. Один Бог. Ничего другого. Не поклоняйся кому-то еще. Один Бог. И тысячи лет проходит. Чтобы усвоить это нам как бы цивилизации, мы еще не усвоили это. Прямо в присутствии религии проводим свадьбы однополых. Вот прямо здесь же религия, и здесь же, вот, пожалуйста. Вот, как же мы управляем жизнью? И когда приходит высшая энергия, все меняется. Радость, энтузиазм, знания. Все становится легко. Не убивай, значит, не убивай. Легко. Не прелюбодействуй. Нормально, легко. Могу, потому что я управляю чувствами. Есть внутренняя энергия, есть сила, могущество. Могу управлять. И что же? Счастье прибавляется с каждым днем в такой жизни, если мы действуем в этом направлении. Каждый день мы совершаем какое-то действие. Это означает, что каждый день мы продвигаемся. Шаг за шагом. Сначала по чуть-чуть, но уже много счастья будет, энтузиазма. Вера – это огромная сила. Если мы сделаем какие-то практические шаги, наша вера сразу утвердится, потому что это будет подтверждение. Наша практика будет подтверждением. Вера будет крепнуть. И вера – ее симптом счастья, энтузиазм, радость. Именно вера. То, что мы называем счастьем, это вера. Это энергия веры. Если нет веры, нет и счастья. Что у нас? Время еще есть? А, вопросы сейчас у нас. Хорошо. Может быть, записки или устно? Пожалуйста. А вы как думаете, это плохо или хорошо? Это не греховная деятельность. Мы не находим это ни в одном писании, что это греховная деятельность, как бы вот, ну, истощаются недра земли, конечно, но это не греховная, это как? Невежественная деятельность называется, не совсем полезная. Но сейчас она необходима, потому что мы зависим от нефти, и в этом случае применяется стих из Гиты другой, чтобы разобраться в этом вопросе. Там говорится, что как огонь покрыт дымом, также и любая деятельность имеет недостатки. Это не причина не зажигать огонь и не выполнять эту деятельность. То есть к этому случаю применим вот этот момент. Не греховно. Есть много вещей не греховных, но невежественных. Например, человек пьет водку. Это, собственно, и не грех, это невежество. Грех он потом делает. То есть не то, что входит из кабинета, а то, что выходит. Но раз оно вошло, ну как-то же выйдет, правильно? Вот это уже поступок будет какой-то. Это уже грех. Он начнет уже оскорблять семью или бросить работу. Вот это уже реакции пошли.
А сам по себе акт питья – это просто невежественный акт. Вот когда человек убивает животное, он совершает грех, чтобы съесть его. Вот это явный грех уже все. Поэтому есть невежественные вещи, а есть греховные вещи, они близки, но и между ними есть какое-то различие. Сейчас мы видим, что много вещей делается вынужденных, неполезных. Экономика страны, Советского Союза, мне говорили раньше, держалась, собственно говоря, на продаже водки. Главное, как бы, вот, поддержание экономики, потому что была же гонка вооружений, нужны большие средства. Поэтому вот на спиртном, на водке почему вот люди спивались, потому что это вот было доступным, это рекламировалось в фильмах, повсюду пили все герои обязательно. Но потому что это был способ поддержания экономики. И в итоге люди погружались в невежество больше, больше, больше. А потом уже совершали какие-то поступки странные после этого. Есть полезная деятельность. Самая полезная деятельность – это земледелие. Например, если кто-то вынужден заниматься трудом таким вот смешанным, полезным и бесполезным одновременно, то можно, допустим, жертвовать деньги на защиту коров, на земледелие, на духовные центры, ну, то есть как-то влиять. Это видно, да? Ребенок не хочет учиться. Как объяснить ему, зачем ему нужно учиться в школе и нужно ли? Не поэтому он не хочет учиться, не в этом. Дети хотят учиться, это их природа. Ребенок – это ученик. Он очень счастлив, когда обучается, когда его учат чему-то хорошему, он очень счастлив. Но обратите внимание на взаимоотношения в школе между детьми. Вот в чем проблема. Вот почему он не любит учиться. Либо учителя не очень хорошо относятся к ним, либо отношений нет, либо со сверстниками плохие отношения, или какие-то опасные, социально опасные дети рядом учатся в одном классе, которых они боятся. И тогда он не будет хотеть учиться. Это же дети. Они могут вам не объяснить, почему он не хочет учиться. Может, не объяснить это конструктивно. Но вы должны понять, он не хочет по другой причине, потому что учиться не хочет. Учиться все хотят. Это радость обучения. Ну, вот видите, подтверждение есть. Чему вы не учили ребенка, он всегда счастлив от этого, он любит сесть вместе, повторять, смотреть, подсказывать, это все, это его природа. Поэтому пойдите в школу, посмотрите на класс, на учителей, и вы поймете, почему ребенок не хочет учиться. Ну, есть другая причина еще, что ребенок не склонен к какой-то науке определенной, не чувствует себя там успешным. А ему вдалбливают, как бы насильно вдалбливают и ругают его за это. Тоже нехорошо. Если у него нет какой-то природной склонности, не навязывайте это ему сильно. Худо-бедно знает достаточно, но зато в другом он будет силен. Вот это развивайте. Как детей воспитывают? Как вот ручей течет? Он же так, где куда есть место, туда идет. Вот это вот развитие ребенка. Вот наблюдайте за ним. Когда что-то навязывается против его природы, он страдает. Когда есть агрессивные отношения, он страдает. Когда его унижают или ругают по непонятным ему причинам, тоже страдает. То есть эта атмосфера в школе важнее, чем предметы. Если учителя любят дети, они будут этот предмет тоже любить. Любой предмет. Папа пьет очень много. Я как дочь его очень люблю. Мне хочется ему помочь. Мы ходили на лекции вместе, но ему неинтересно, что мне делать. Я не думаю, что сейчас мы можем всем помочь, конечно, это, к сожалению, так. Вот сейчас, в данный момент, мы не можем сразу всем помочь, нужно время. Иногда немалое время. Иногда уже не можем помочь, потому что процесс необратим. Когда разрушение уже происходит, можем уже не восстановить что-то. Поэтому есть опасные вещи, которых нужно остерегаться очень серьезно. Это алкоголизм, наркомания, развратные вещи, которые входят уже, их трудно потом вернуть в изначальное состояние. То есть человек должен быть... Ну, поэтому мы не можем все изменить сейчас. Вот с одной лекции, скажем, или с одного прихода. Может быть, человек просто еще ничего не понял с одного раза, естественно. Как он поймет, если у него
Сейчас такая физиология разрушенная, если он пьет много и часто. Я думаю, для многих людей даже вот любить природу нужно большое образование, большие усилия совершить. В простых вещах еще успеть. Например, в Древнем Китае обучали людей высшим наукам. Как? Сначала они обучали их рисованию и музыке. Только после этого им открывали доступ к наукам. Считалось, что если человек не может слышать красоту и видеть красоту, обучать его вообще не нужно. Вот если мы научимся слышать красоту и видеть красоту, у нас будет меньше этих пороков. Намного-много меньше. Но это нужно вот учиться и всю жизнь или обучать детей, приучать к красоте, гармонии, музыке, вкус, развивать этот, показывать вместе, быть творческими, быть как бы художниками своей жизни, поэтами своей жизни тоже нужно это. Красота человеку нужна. Одна женщина рассказывала, у нее муж тоже вот так вот пил много и часто. И кто-то ей посоветовал из людей, это было Краснодар, по-моему, и там под Краснодаром озеро очень есть красивое одно. Красивое тем, что оно уникально лотосами. Это огромные вот эти вот лотосы, сияющие, благоухающие, знаете, на километр, наверное. И ей сказал кто-то, ты поедь с мужем на это озеро, пусть он увидит эти лотосы, красоту. Она многое что пробовала, и вот они поехали туда, на это озеро, он согласился. Я был на том озере. Дочери было тогда лет 9-10, не помню. Знаешь, что дочь сказала? Там такой трап был, прямо вот в воду туда, трап такой, и вот прямо в заросли лотоса заходите, такие невысокие, огромные цветы. И дочь сказала, мы так были поражены просто. А дочь говорит, это что, рай? Ребенок сказал. Это точное слово было, вот, которое определило наше состояние. И вот она приехала туда с ним, они там целый день пробыли где-то вот на берегу этого озера, вот в окружении лотосов. После этого он полгода не пил. Вообще человек не пил. Он получил такое впечатление, что не мог пить водку. Ну, то есть нам не хватает духовных вещей, красоты, глубины ощущений. Поэтому есть искусственные способы, как, ну что делать? Несчастье же, да, водка. Неудача в жизни, потеря веры, депрессия, одиночество. Самое страшное, когда есть близкие люди, а вы чувствуете одиночество, тоже причина. То есть, опять же, внутреннюю энергию нужно изучить. И если, то есть, что мы рекомендуем? Начните с себя, Станьте сильными, могущественными духовно. Вы спасете многих людей, родственников, не родственников. Вы очень много пользы принесете людям. Я не думаю, что родственники все примут, потому что они наши родственники. Другие люди примут. А родственники все равно получат благо, потому что вы все равно о них будете думать хорошо. Что бы там ни было. Духовное благо они получат через вас, просто потому что родственники. Я думаю, что нужно сосредоточиться на своем духовном росте прежде всего. И чем будете сильнее, тем сильнее у вас будет возможность помочь другим людям. Ведь чтобы спасать утопающих, нужно самому сначала выбраться на берег и быть достаточно сильным. Пчела, садясь в лотос, не может потом улететь. А вечером лотос закрывается, и пчела может погибнуть. Почему красота убивает? Есть красота иллюзии. Этот пример как раз к этому относится. Красота иллюзии, ловушка. Знаете, с чем это сравнивается, вот этот пример? Я не хотел говорить об этом. Сказать? Не уверены вы, да? Я тоже не уверен, говорить или нет. В данном примере красота лотоса сравнится с красивой женщиной. Вы привлекаетесь, садитесь сюда в лотос, а он закрывается, и вы там погибаете. Если мы именно так видим как бы вот красоту для чувственного наслаждения своего,
то вот такое сравнение дается. Потом нужно знать, когда садиться и когда улетать. Семейная жизнь должна длиться не более 20-25 лет у человека. Он должен долететь дальше потом. Когда дети уже выросли, все, он должен лететь дальше. Не обязательно физически, а в духовном смысле он должен продолжать свой рост дальше, выполнив обязанности семейные, которые очистили его сердце благотворительностью, воспитанием, жертвой, и он готов идти дальше. Вот-вот в этом смысле. Если мы не идем дальше, лотос закроется. Это ловушка. Становится ловушка. С чего начать духовную практику? С мантры, если не знаете с чего. Тогда с мантры начинаете. Если знаете уже, действуйте как знаете. Если не знаете, повторяйте мантру. Мы всегда говорим об этом здесь. Не раз уже говорили. Весь Омск, наверное, уже знает про мантру. Не секрет. И по телевидению уже говорили, и по радио уже говорили, и в газетах уже говорили, и на публичных лекциях здесь говорили уже про мантру. Кто-то уже повторяет, кто-то пробовал, кто-то еще не пробовал. Ну, так или иначе, мы говорим об этом. Практикуйте. Мы не хотим навязывать какую-то отдельную практику. Это вопрос личный. Личный вопрос. Слушайте свое сердце. Мантра ли, молитва ли. Ну, до молитвы мы, конечно, должны еще дорасти, но если хотите, можете и молитву практиковать. Хотя я не советую, это очень трудная задача. Молитва требует уже определенной частоты уровня подготовки, квалификации. А вот мантра нужна для очищения. Она же становится и молитвой. То есть разницы нет. Но мантра – это одновременно и средство, и цель. В этом ее сила. Она одновременно действует и средство, и цель, высшая цель. Абсолютно мантра. Имена Бога абсолютны. Повторяя мантру из имен Бога, вы достигаете через это средство высшей цели, самой же мантры. Сама же мантра является целью. Пробуждает все необходимое в самом человеке. Мантра из имен Бога – это сам Бог, говорится. Да, ваш вопрос? Мантра? Мантра? Какая мантра? А, то есть многие не знают здесь, оказывается, мантру. Маха-мантра. Если уж мантру, то нужно брать маха-мантру. Это Харе Кришна маха-мантра. Просто так вот. Вот так вот просто, а никто не повторяет, видите? Не так уж и просто. Конечно, мы можем сказать Харе Кришна, ну, просто звук повторить, но искренне повторить, нужна квалификация хорошая. Да, хорошо, скажу. Тут мне даже положили вот специальные четки для этого, чтобы показать, это показательное выступление будет у нас. Тут 108 бусинок и 109 разделительная, на которой мантра не повторяется. Для счета 108 – это священное число. И большой палец участвует, и средний. Вот этот. Вот тут вы эту бусину берете, вот так вот массируете вот это место, это вам поможет сосредоточиться, и вслух повторяете для себя мантру целиком, всю. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, другую бусину. Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, следующая, Харе Кришна, Харе Кришна. И слушайте, слушайте, слушайте. Один круг – это 108 раз. Да, один круг. Ну, сейчас я скажу. Один круг, но начните сколько сможете. Это индивидуально. Я повторяю минимум 16 кругов каждый день. Выветривается все. Остается только мантра. И вы чувствуете, что эта вибрация, она делает вас неуязвимым. Эта вибрация входит в вас вот так вот сюда. И от вас просто отлетают все эти другие вибрации. Она маха-мантра, это высшая вибрация.
Это вот звуки обычно какие-то, атмосферные какие-то, вибрации, настроение людей, раздражение, все будет просто отбрасываться от вас. Вот. Начните с одного круга, не спеша, хорошо? 16 кругов не повторяйте сразу. 108 раз с утра. Ну, да, 16 раз, если сможете сделать, но не сейчас, не сразу. Подождите, не торопитесь, а то вы убежите куда-нибудь. В монастырь, не знаю. Ну вот, вы уже готовы, я смотрю. Ну. Давайте начнем с одного круга. И общаться нужно с людьми, кто уже имеет опыт, хорошо? Повторение мантры. Чтобы ваша жизнь была уравновешена. Чтобы вы не принимали неправильных решений под влиянием как бы вот этой вот энергии. Необдуманных решений. Потому что вы еще не обуздали ум, вам нужна помощь от тех, кто имеет опыт. Наставничество определенное. Поэтому, если будете практиковать, обязательно общайтесь с теми, кто уже практикует несколько лет. Да, да, везде мастер должен быть, учитель должен быть, который имеет опыт. До 16 кругов вы постепенно дойдете, но гармония заключается в том, чтобы повторять мантру и продолжать выполнять все свои обязанности, не оставлять ничего. Вот в этом как бы опасность, что многие хотят сразу все бросить. Все, они почувствуют эту мантру и хотят думать, что работа не нужна, жена такая не нужна. Ничего страшного. Ну, вы уже готовы, я смотрю, да. Ну, общайтесь все равно с людьми опытными. Наступила беременность, есть угроза. Я чувствую, что могу не выносить муж. Боится брать ответственность за будущее. Здесь нет, конечно, вопроса, но есть настроение определенное, это сложность. Вам нужно сейчас начать читать духовные книги, как минимум. А у вас состояние неуравновешенное, это плохо в этом положении. Сейчас все самое важное, это сохранить позитивный ум. Внутреннее счастье, что вы внашиваете что-то важное, ценное. Об этом нужно думать. Вы можете сейчас ум направить на Священное Писание, на оригинал, на классику именно, не интерпретации какие-то, вот, просто классику читайте, 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 что душа вечна, читайте о своих обязанностях, читайте о природе вещей. Все уравновесится, нужны знания. Эмоциональное состояние сейчас у вас нехорошее, потому что вот с мужем отношения слабые. Это нехорошо для развития ребенка. Мы сейчас должны для ребенка сделать все возможное, чтобы он родился, уже получив ценности от вас, необходимые для рождения. Зачем рожать слабых детей психически? Так что контролируйте и управляйте своей жизнью сейчас. Мать должна помнить, что она не одна. Она начинает уже жертву жить ради других. Верьте за себя, за свою жизнь. Раз муж такой, слабый, недостаточный, вы должны быть сильным духом. Мать, означает святая. Планируете ли вы приехать в Тольятти или Самару? Нет, сейчас не планирую. Из Омска не смогу еще приехать в Тольятти сразу. Ну, я там был очень давно, помню. Я редко посещаю сейчас этот регион, Волгу. Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? За что такая несправедливость? Вот видите? Видите? А мы целую лекцию там посвятили. Итак, есть хорошие люди. Конечно, я знаю, что есть хорошие люди. Но вы должны же стать лучше. Это же недостаточно. Поэтому приходит испытание к человеку. К хорошему человеку тоже приходит испытание, потому что он еще не святой. Он просто хороший. Ко всем придут испытания. А вот я вас спрошу сейчас, еще вам задам вопрос. А почему такие испытания, такие плохие вещи приходят не к хорошим людям, а к святым людям? Вот мой вопрос. У них самая трудная жизнь, это у святых людей. Уж у кого она трудна по-настоящему, это у всех святых людей.
Почему с ними происходят самые сложные вещи? А потому что они их могут преодолеть. Они готовы к этому. Это герои. Но пока мы боимся этих вещей, к нам такие испытания не придут. Могут прийти просто несчастья, а не испытания, как бы реакции какие-то страшные за плохие поступки. Это может быть. Но испытания не придут, такие, которые мы не можем преодолеть. Конфликт мировоззрений между моим мужем и моей мамой, между собой. Как быть мне, чувствуя себя между двух огней? Мое мировоззрение с мужем. Ну, все хорошо у вас, муж есть, все. Все, у вас нет проблем, вы замужем. Мама, папа, сами пусть разбираются. Вот когда есть семьи духовные, там нет этой двойственности. Не существует таких конфликтов, противоречий серьезных никогда. Например, у меня тоже есть семья, но мы все в одном мировоззрении находимся, все в духовном сознании находимся. И дочь, ее муж, моя жена, я тоже, моя мать, все. Все хорошо, все нормально. Семья – это же должно быть прибежище, так? Мир, счастье, доверие, любовь. Семья – это духовный уклад жизни. Семья – это ячейка религии. Там все заповеди в семье, оттуда. Не лги, не кради. Это что? Это семья, значит. Люби. Откуда эти заповеди? Это семья. Это, религия – это семья изначально. А семья – это способ бороться с дьяволом, с вожделением. Потому что семья означает ограничение общения с противоположным полом. Только жена, только муж. Все. Вот что такое религия. Религия направлена против вожделения. Вот главная цель религии. Либо вожделение, либо любовь к Богу. Вот. Если хочешь любовь к Богу, семью хорошую создать. Не гуляй туда-сюда. Не расслевай жизнь других людей свою. Потому что именно вожделение твой враг. Злейший враг, всепожирающий враг. Все лучшее сожрет у тебя. Хуже животного человек может стать. Это самый большой порог, говорится. Похоть. Поэтому семья защищает, дети очищают, занимают нас, долг, жертва, и постепенно. Семейный человек прославляется, если у него большая семья, много детей, это указывает на его особую добродетель. Чем больше семья, тем чище считается человек. Но когда человек принимает монашество, отречение, и вдруг женится, это плохо для него. Что-то одно нужно выбрать. Не быть лицемером. То монах, то женатый, то монах, то снова женатый, то снова монах. Что это такое? То есть вот это религия называется. Не женился, не женись, женился, не разводись. Очень строгий закон. И даже если мы создадим другие законы, наказание все равно придет. Страдать будем все равно. Так, похоже, наше время истекло. Верно? Спасибо большое всем.